Ребят, всем привет-привет. Всем, я надеюсь, хорошего понедельника, а точнее его вечера. И снова всем здравствуйте. В общем, сегодня мы продолжаем нашу копку. Тут вот вопросик от Виноград ТВ. Привет, как понять крик луны? Смотри, есть луны, и, короче, когда ты их взрываешь, может быть стандартный взрыв. В стандартном взрыве получаются камни, ну и в целом руда, она стандартная. Крит луна — это так называемый синий взрыв, голубой взрыв. Тогда руда в этой луне получается, которую копаешь, она плюс там какой-то процент, то есть она дороже. И, короче, получается, критованная луна, она дает большую доходность. Это как бы довольно-таки редкий случай. Ну, так вышло вчера, что первая моя луна взорванная с арендованных лун. Вот, получилось с синим взрывом.
Серега Петренко, Юра Салам, здорово-здорово, Серег, здорово. Ребят, всем, в общем, привет. Давайте будем потихонечку начинать. Как кто-то помнит, то вчера был. Мы закончили на том, что мы покопали лед. Мы покопали лед. И нам теперь нужно вернуться обратно в систему, где у нас Луна. А для этого давайте сейчас потихонечку перефитим. Нам нужно поставить портал. Нам нужно покануть нашу сжималку для льда. Я еще флот не собирал. Сейчас давайте все проверим, что у нас все нормально. Так, у нас кончились нормусы. Это мы сейчас закинем хорошо там. Топлячок есть. Ой-ой-ой, водички как мало. Кстати, вот, наверное, давайте-ка сейчас мы часть льда на водичку-то и переработаем. То есть не будем все перерабатывать. Как я и говорил, лед копается очень-очень круто. В плане того, что мы можем просто себе делать водичку для, для топлива. О, Немайр, привет-привет, здорово, дружище. Стрим не слушаю, просто зашел сказать, что вчера зашел в группу Ева официальный ВК, а там тебя рекламят. Приятно. Слушай, да я на самом деле тоже был очень мега удивлен. Ну прям реально тоже было приятно. Не знаю, с чем это связано, но во всяком случае это приносит мою жизнь мотивацию продолжать делать контент по Еве. Спасибо, что зашел. Релакс мюзик. Сам сейчас копаю орка и три халка. Блин, вот для начала, если, как я уже, я не устану это повторять, для людей, которые начинают свой мир в копке, вот это вот хорошая комбинация орка плюс три халка, прям вообще нормально. Где подушку заказал? Какую подушку? Ты немножко меня сейчас этот в ступор вел. Какую, про какую ты говоришь подушку? Так, давайте. Dark Glitter у нас, да, по-моему? По-моему, в Dark Glitter у нас много Heavy Water. Нет, не в Dark Glitter. 104 единицы. Какой-то был, прям там чисто водички было много. Вот она, да. Вот этот. Glare. Ульки, привет-привет. Сзади тебя вот это вот, вот это вот, которая Ив, это не подушка, это футболка. Я нет-нет, даже в ней бывает и стримлю, но что-то сегодня по настроению я захотел быть в черном. Вот, и вчера ребята чуть-чуть предъявляли мне за зеленую кепку, поэтому сегодня кепка черная. А эта футболочка, она еще будет на стримах. То есть заказывал, где заказывал? Тут... Открывать нечего. На Валберис. Заказывал на Валберис. Привет, привет, ребят. Кто-то сзади. Ух, вчера был вечерок. Нашли редкую руду. Утириум. Почти все выкопали. И тут прилетели нас убивать. Потеряли половину флота. Халков и начали с там. В итоге победа, убили им двух мародеров. На поискам полбила в минус ушли. За... Блин. Ну капец, у вас вчера, конечно, был экшен. Слушай, а что за такая руда, утириум? Прям руда хорошая? Не подушка, это футболочка, она просто такая, так, в тему сюда в кадр входит, поэтому... Творим из того, что имеем. Так, короче, давайте нам вот этот глэр надо переработать. Я его сейчас переработать сделаю. Но у меня скиллы 79, все нормально. Нам водичку сейчас надо, чтобы ее не покупать нигде. Вот, у нас теперь есть водичка. Так, водичку давайте мы сразу в топливный отсек закидываем. Так как мы сейчас прыгаем. Так, мы сжималку закинули. Все, сейчас я еще тогда в ангар флота. И вот сюда закину, прям по максимуму. Так, ну тут чуть-чуть. И сюда, аж 12 тысяч. Все, отлично. Так, водички у нас теперь вдоволь. Все, давайте флотик тогда собираем. И полетели на Луну. Так, сейчас, ребят. Чатик, я обращу сейчас внимание. Сейчас давайте я быстренько рутинку всю проделаю. Первоначальную.
Так, все, флот пробросили. Что там? Что там происходит? Не-не-не. Самая дорогая руда в Евке. Неиспочная бездноцин. Итрирум появляется в системах, где солнце А0. А, это где синее солнце? Я правильно понимаю, да? Вы это про эту руду говорите? Ну-ка, сейчас, секунду. Утрирум. Утри. Что за такое? Утри. Утри. Нет. Утрири. Привет от фрата рудокопов. Привет, привет, Жень, привет. А сегодня снова льдом обогащаемся? Нет, сейчас летим на мою синенькую кританутую луну. Надо ее все-таки покопать, там очень-очень вкусные камни. Так, ладно, отвлекаюсь. Давайте-ка соберем наши стахановцы. Все, раскидаем всех по их местам. Ой, Эдик, тебе вот думзики надо, да. Сейчас немножко рутины. Ой, не сюда, сюда. Что-то сегодня не туда тыкаю. Так, у нас аумера надо вот сюда. Все это распускаем эскадру. Так, и погнали, короче, сразу. Watchlist. И давайте сразу андокать будем. Watchlist. Андокаемся. Так, сейчас по плану я делаю групповой прыжок. Цинка у меня уже в ту систему, где Луна ушла. Стоит, ждет команды. То есть я сейчас делаю групповой прыжок. Быстренько рефитим лопаты. Рефитим рорку. И летим сразу на Луну, выставляемся. Того соло Тенгу я не наблюдаю в локале, поэтому я думаю, сегодня получится покопать так прям вдоволь, хорошо, уверенно. Я не люблю копать, когда какие-то вот эти глазки висят. Короче, в клоке клачные. Так, и все, рорку давайте. Стоп, стоп, машина, стоп. Эй, а ты что, не вышел? И ты не вышел. Что-то я забыл нажать, что ли, на... Походу, да. Так, ну все, вроде все андокнулись. Сейчас ророчка наша. Красавица наша. Надо, кстати, помыть сейчас будет. Это что-то грязное все. Делаем регрупп. Дожидаемся, пока все наши ребята подтянутся к нам. Утириум. Да, сейчас посмотрю. Голубых солнц много в разных разновидностях. Нужно именно солнце А0. Там еще, как правило, лед есть. Под атлан можно посмотреть, где есть лед. Смотришь, какое солнце, и все, ждешь, пока заспавнится. Понял, спасибо. Шахтер должен быть грязным. Ну вот, кстати, здесь тоже, вот, да, есть такая штука. Мне, допустим, ну, прикалывает смотреть на вот промышленно добывающий корабль, который весь такой вот в этой пыли астероидной, весь такой уже бывалый. Наверное, да. Наверное, больше лучше так, чем без этого. Так, что там? Некоторые лопатки далеко еще. Ладно, ждем. Релакс, вопрос. Если три халка под оркой, то лучше на ор стрипах или на кристаллах, копая пока в хаях? Слушай, в хаях, я думаю, бери кристаллы Т2, Б-тайп, и копай все, что видишь. У тебя будет более-менее нормальная доходность. Оровскими стрипами имеет смысл копать уже, когда у тебя хотя бы 6 плюс лопат. Почему? Потому что тебе нужно минимизировать отходы. То есть, особенно если живешь в нулях, чтобы не переставлять эти лопаты постоянно. Тебе проще прилететь куда-то и вырыть весь абсолютно объем, который висит в космосе. Вот, а в твоем случае три халка орка, и в хаях ты, соответственно, копаешь там скордит, вельспарт, вот такие штуки, может быть, какие-то луны даже. Копай все Т2, Б-тайп кристаллами именно, и ты получишь максимальный скачас. В принципе, найти руду
там на бильтах, на лунах, в хаях, в принципе, вообще проблем никаких не составляет. Поэтому. Поэтому так. Просто сразу видно опытный шахтер. А если будет чистенький, то зеленый новичок. Да-да-да-да-да, совершенно верно. Типа, только выкатил. А это уже бывалая, уже такая. Ну, хотя периодически, наверное, мыть надо будет. Соров ниже выхлоп, но нет потери руды. Виноград ТВ, смотри. Оровские стрипы, вот просто вот я тебе говорю, как майнер многоконник. Чем их офигенный плюс? Да, они, конечно, дают небольшой выхлоп. Меньше выхлоп, так называемый, да? Казалось бы, вот я был заложником вот этой ситуации. Я качал все лампатом, ты вторые кристаллы специально, думаю, сейчас я сделаю топовый майник. Но, что оказалось, рейндж у них ниже, нужно постоянно вот это вот перелеты делать, то есть ты не можешь копать в Enormous. А, соответственно, это вот волокита, короче, неудобно, жутко, и ты тратишь очень много времени на всякие вот ненужные действия с лопатами. Это первый момент. Второй момент. Вот ты прилетел на колоссал. В колоссале, грубо говоря, руды на 1 миллиард 200 миллионов, 1,2 лярда. Вот ты оровскими стрипами это все выкапываешь вот в 12 халков, ну примерно минут за 40, за 35-40 минут. И получаешь в карго-рорке 1,2 лярда руды. Вот в эквиваленте. А если ты копаешь вторыми кристаллами, ну ты их скопаешь хорошо там не за 40, за 30 минут, но чуть побыстрее. Но ты в карго-рорке получишь не 1,2 лярда, а где-то 700 миллионов. То есть 500 миллионов ты просто выбрасываешь в виде отходов. И, соответственно, тебе нужно лететь потом на другой гравик, потом еще на другой гравик, и ты меньше собираешь. А вот эти постоянные перелеты, перестановка, когда много лопат, это как бы, ну, лишнее время, потому что это довольно-таки долго делается. И в итоге, в совокупности, вот если вот так смотреть, с вторыми кристаллами майнер многоконник, он теряет. Единственное применение, где я вижу вторых кристаллов, B-Type, это луны. R8 луны, потому что там очень много руды. И если ты копаешь их вторыми кристаллами, ты приравниваешь этот доход примерно к гравику. Потому что сама по себе R8 луна, она по доходности ниже, чем те же самые гравики. Вот единственное, где бы я мог советовать использовать вот вторые кристаллы в нулях, это копка простых R8 лун. Гравики, какие-то R16 луны, кританутые луны и тому прочее. Ребят, надо копать оровскими. Это как минимум удобнее, и это намного выгоднее. Здрасте, если много окон, меньше перекидывать надо. Да-да-да. В хаях могут суициднуть, если ты копаешь на оверстрипах. Но в хаях, я же говорю, я про нули сейчас говорю. Вот сейчас человек спрашивал про хаи. В хаях копаешь ты вторыми кристаллами, все, проблем нету, потому что там нету проблем с рудой. Ты просто все подряд пылесосишь и все. Как бы там, вот в этом, вот с этим там проблем нет. Так, ладненько, все, давайте, полетели, в общем. Цина ап. Цинка зажглась. Сейчас чуть-чуть я вас заблюрю. Групповой прыжок в систему. Все, полетели. Блин, вот только прилетели и залогинилась эта долбанная Тенгу. Я заметил, это у него такой, наверное, прайм-тайм, потому что вчера примерно в это же время он был залогинен. Беда, беда. Какая-то эта ситуация мне что-то напоминает. Так, ладно, нам еще надо перефититься сейчас, давайте не будем, в принципе, по этому поводу сильно переживать. Сейчас докаемся. Разрешение получено. Ну, на самом деле, идея такая себе. Такая себе. Сейчас что-то будем думать, придумывать, выдумывать. Потому что он по-любому, если он здесь клочно, это у него такой фан. Я посмотрел его киллборду, он там где-то индусик лопнет, где-то макинавку, где-то халка, короче. То есть вот он
сидит в этой клоке и просто портит жизнь обитателям этой системы, блин. Так, ладно, у нас сейчас есть дела чуть-чуть другие. Я вот просто сейчас вот прикидываю. Хорошо, если мы подзабьем на него, да? Что она может сделать? Он может прилететь и слить там какой-нибудь халф ссору с трипами, блин. Это не совсем приятно. Мы так не делаем. Мы жестко, быстро все собираем с отходами. Первое, как долго сидеть на месте, смерти подобно. И проще найти новую систему с вкусняшками, чем сидеть полдня в одной. Кто-то сзади, ты имеешь в виду про ВХ майнинг, правильно? Ну, то есть такой майнинг, совмещенный с ПВП. Вам там, конечно, вам там, чем быстрее вы это все пролетите, тем вам лучше. Да, вот еще где можно использовать Т2-й кристалл. Но видишь, я просто не летаю в ИХ-шки как таковые. Поэтому эту часть я не могу никак комментировать. Но теперь буду знать, да, в принципе, логика есть. Согласен. Так, Capital Moon Ore давайте установим. Так, все, рорка у нас готова. Сейчас нам нужно закинуть Энормуса. А, и выгрузить этот топлячок, да? Так, руда у нас пожмется. Она... Так, все, топлячок выгружаем. У нас вот вообще не было, получается. И мне надо закинуть контов. Штуки 2 давайте сейчас закинем. А интересно, вчерашний сохрани... остался этот контейнер Майнормус? Сколько висит этот фрейт-контейнер в космосе? До ДТ? ДТ уже было, да, скорее всего. Скорее всего, нету уже там, да, его. Так, ну что, еще один лезет, что ли? Зачем мне 3? Давайте лучше топлячка. Там луна здоровая, топлячка подкину 4000. Во, вот так. Так, все, с роркой разобрались. Давайте-ка сейчас будем потихонечку перефичивать лопатки. Тарей, привет, привет, привет. Владимир, привет. Хочется попробовать копку. С чего начать в одно окно, чтобы интересно было и доход какой-никакой был. СП не проблема. Стартовый капитал есть. Слушай, ну если вот прям вот в одно окно, то я тебе могу посоветовать только вступление в какую-нибудь нулевую корпорацию, которая живет в нулях. Желательно где-нибудь в гунах. Вот. И копать с ребятами в голосе. Обязательно, чтобы ты в голосе с кем-то. И копать под бонусами рорки. Тогда с одного халка у тебя будет получаться, ну, что-то вроде... ну, где-то 100 лямов точно. Где-то, ну, примерно от 100 до 150 лямов. Вот так вот, смотря, что копать будете. То есть это вот примерно ты можешь доход получать. Почему в голосе? Если ты будешь просто там как-то вот, ну, висеть, типа... Ну, такое себе, как бы, тебе быстро это надоест. А когда ты будешь видеть, вот, допустим, да, смотри, ты будешь летать с таким же майнером, как я, у которого есть рорка, куча лопат. Ты, во-первых, в голосе там болтаешь, там, то-то, про всякие истории из жизни Евы, про то, про все, это интересно. И там раз-раз потихоньку у тебя капает руда. И так вот, допустим, за пару вечерков у тебя там лярдик будет, там, полтора лярдика, прикольно. Бодрейшего, Иван, привет-привет, бодрейшего, привет-привет. Прокачай тундер, там меньше окон и переезжать проще тоже. Вот, кстати, Евгений пишет, Гримов, копай газ в вармхоле или в нулях. Тут тоже соглашусь абсолютно, потому что газ ВХ — это одна из самых прибыльных штуковин. Если ты будешь там на Вентурке или на проспекте, допустим, копать газовые аномальки, ну, блин, реально, короче, нормально получается. И интересно в то же время. И как бы и постоянный движняк.
Ну, короче, в соло я... Вот, у тебя два пути. Если вот в одно окно, в один аккаунт. Это нули и дружба с каким-нибудь дарководом. И копка в его составе под его бонусами. Ну, либо осваивай ВХ и именно сбор газа. Доброго времени суток, Юрий. Ты, главное, почаще появляйся. Мы ждем твоих стримов. Когда тебя не было 2 месяца, я даже не стал проплачивать омеги своему копательному паку из 12 окон. Ты мотивируешь. Алексей, спасибо за такой отзыв. Спасибо, очень приятно, что вы меня смотрите, что ждете. Да, буду очень стараться выходить уже в какой-то прям постоянный график, чтобы вы могли рассчитывать, что, допустим, в такие-то дни будут стримы обязательно. Ориентируйтесь всегда, вот я говорю, по Еве. Это понедельник, среда, пятница, вот примерно в это время. Хотя со следующей недели будут стримы немножко раньше начинаться. Часика так на 3 раньше. Вот, поэтому тоже. Ну, я все объявления сделаю в Дискорде. Т2 Вентурка, ВХ лучший газ, он дорогой. Да-да-да, я говорю, ВХ, газ, это прям очень-очень круто. Так, давайте-ка будем перефичиваться. Что вот делать с этой тенгу? Есть какие-то идеи? Может, что-то подскажет? Все хорошо. Короче, это соло тип на клочной тенгу. Я даже видел, как он, когда он прилетел, я его встречал на гайке, я как раз там на фальконе висел рядышком. И вот он, короче, уже, наверное, дней 10 как назад прилетел сюда. И висит, и висит каждый день. Поймать и подать. Да, он в клоке висит. Так, сейчас, секунду, я... Чуть-чуть заглушу людей, а то Дискорд все перебивает. Все, ага. Так, у нас... А, ты не перебулись. Я смотрел, есть такая, типа, как структурка, типа Mobile Depot или что-то вот такое. Ее выкидываешь в космос, и она время от времени, короче, деклочит. Деклочит. Всем спасибо. Попробуй проспект на газ ВХ. В 4 вроде вкачан. Да, попробуй. Обязательно, потому что я летал на простых вентурках с Т1 этими газососками. И там что-то получалось. Там минут за 5 в каждой вентурке лежало где-то лямов по 20, наверное, по 15. Но ты прикинь, в час ты сколько будешь получать. Но единственное, что, наверное, все-таки нужно проспект, потому что ты в одно окно непись не сможешь зачищать, очищать аномальки от неписи. И я видел, у меня Сокорп так делал. Он, короче, как делал? Он залетал на проспекте в аномальку. Проспект МВДшный. Начинает, короче, орбитить это облако. Ну, летать по орбите. И тупо его непись, она, короче, по нему не попадает. Вот такая штука. Так, все, мы переобули. Так, не понял, почему. А куда они делись? А, то есть, короче, ты так делаешь. Если получается в трюме лежит, значит. Блин, ну это мега странно. Короче, если лежит в трюме модуле, она фитилка не видит их. Так, Mitch's Excavation. Аугуметр не будет ставить в голову лопатам или не стоит? Нет, в голову лопатам буду ставить, буду. Это очень как бы нужная штука. И она, ну, дает, вот если большой флот, также, допустим, все 12 лопат я возьму и поставлю вот эти вот импы туда, коробки. Это даст очень огромный буст в целом всему флоту моему. Я даже просчитывал это. Там довольно-таки существенный прирост именно дохода в час.
Такие структурки советую по 2-3 одновременно выкидывать, если АФКшит, комбатишь и ата-та. Ну вот надо сейчас будет, скорее всего, с кем-то объединяться, да, выгонять его, потому что жизнь не даст. Вот он, я на самом деле, я перед тем, как запускать стрим и так его назвать, да, сегодня, я посмотрел, повисел, смотрю, нету чувака. Но думаю, блин, классно. Сейчас покопаем луну критовую. А вот в данном сетапе я даже не знаю сейчас, что делать. Потому что это, ну, максимально глупо будет сейчас вылетать. И ждать, пока он этот, пока он лопнет меня. Ну, хотя Тенга, в принципе, Халк быстро сдует. Но с другой стороны, у него бубля же нету, наверное. Ну не наверное, у него бубля не будет. Бубля у него не будет. Максимум, чем мы можем потерять, это где-то 800 лямов, да? Ну если он, допустим, Халка нашего зажопит. У нас есть, в принципе, паника, да? У нас есть паника, которая может защитить лопатку. У нас есть капчел-лейка, которая может заливать лопатку. И, возможно, если он реально соло... Ой, не знаю, что-то я как бы чуть-чуть переживаю по этому поводу. Ну, сейчас посмотрим. Рорки там он точно ничего не сделает на своем тенгу. Это я вот вообще не переживаю. То, что лопатки может подкусывать... Вот это проблема. А как эта структурка работает, Гровин? А, подожди. Федор Чантеро Цео, Карпы ВХшный. Если что, напиши ему, я газ там. Понял. Тарий, такие структурки советуют по 2-3 одновременно накидывать. А так, на память не помнишь, через какой промежуток она деклочит? Ну, то есть это какой-то постоянный процесс же? Можешь кинуть со всех лопат дроны, и басист может засать. Да вот да, но мне, блин, я сейчас с лопатки еще Т2 дроны проучивают. Тут как бы... Вообще, вот блин, сейчас мы посчитаем все эти вещи. Тенгу. Сколько тенгу танчит? Просто вопрос в том, что какие-то, если ладжовые пушки, да, они могут по ней не трекать, а допустим, медовые дроны... Ну вот, допустим, вот Халк возьмем, да? Вот с медовых дронов 111 ДПС. 101 ДПС, допустим, сейчас у меня буквально 3 дня у меня, и они проучат все эти лопаты Т2 дронов. Это получается 111. Умножаем на 12. И плюс еще с рорки 800. Там 2 гека плюс этот. Короче, 2100 ДПС. Это если со всех дронов. Но тогда... Блин, тогда мне надо будет Target Painter ставить. А это плохая затея вообще на рорку ставить Target Painter. А, ну в принципе нет. Тогда мы что мы можем сделать? Мы можем же сделать так, что вот на рорка дает все, короче, ассист на одну лопатку. Допустим, на Умера. А у Мира уже стоит Target Painter, все, и мы можем всех дронов фигачить в одну. Ну, короче, я думаю, что Тенгу 2000 ДПС с дронов не выдержит. Нет, там она несколько циклов дает. Понял, каждые 15 минут клочит, но он может снова склочиться. Прочитал описание структурки. Паган, привет, дружище, здорово. Что же делать-то? Так, а что у нас там по дрончикам? По дрончикам у нас здесь 5 дней. Здесь 4 дня. Ну, короче, доучиваются, ладно, это мы...
Катить будет. Да я вот тоже думаю, что... Там поган этот, он соло. Я посмотрел борду его и посмотрел тенгу его, которая этот... Короче, смысл в том, что бардан... Давайте вот посмотрим чувака, хорошо. Вот чувак, еще раз. Карлос Варен. Может быть что-то изменилось? Вот он. На чем он летает? Ну вот он. Вчера спилил два трактора зачем-то. Винтурку. Макинаву. А терял он, получается, тенгу вот эту вот, на которой, скорее всего, он и прилетел. Так, сейчас лузис. Где лузис? Лузис. А терял он тенгу. В январе 11 числа, на довольно-таки давно. И в этой тенге нету цинки. То есть там вот такая вот тенга. Господи, что такое? Сейчас, секунду, ребят. Потерял тенгу. Там получается вот такая тенга. Походу еще, чтобы, короче, эти кемпы проходить. Ну вот, что-то вот он на таком. Скорее всего, это такая же тенга без цинки. Другую систему не пробовал прыгнуть? Да, возможность мы сейчас так и сделаем. Просто я уже собрался покопать луну-то. Сейчас давайте этот посмотрим, что там у нас с луной. Все ли на месте? А, кстати, надо еще Сигу сейчас... Сиги посмотреть, есть, нету. Я думаю, можно, в принципе, и покопать в его присутствии. Это travel fit, у тебя ковроцина будет 100%. Ну, возможно. Возможно, он для этого и висит. Но просто он уже очень давно здесь висит. И как бы... Не знаю. Так, давайте вот это удалим. Chicken dog. О, вот на транспортный контейнер сейчас. Посмотрим, кстати, Нормус наш остался живой, нет? Включаю варп-двигатель. Почему он тогда до этого не никого не дропнул? Ну, тоже уже почти 10 дней здесь, да. Да это, The Nationalist бот. Не, этого конта нету уже. Нету. Короче, видать, до ДТ он живет и все. Но у нас есть точечка приварпа, в принципе, мы сюда, если что, сейчас заварпаем, да, и руды здесь дофига. Вот эту руду я хочу копать, блин. Так, хорошо. Сейчас, секунду. Давайте посмотрим дроны. Если возьмем медовые. Боевые дроны. Сейчас, секунду. Наверное, надо так сделать. Боевые дроны. Средние. И, допустим, возьмем какие-нибудь... Аугументед.
вот такие, допустим, медовые, да? Сейчас я посмотрю, все ли лопатки у меня их умеют. Допустим, вот этот лопатка умеет. Бля, чё, аугмента дроны получаются, на них скиллы как на Т2 надо, что ли? Да он вообще какой-то просто, я смотрю, он то одно время у пандемиков, у хурды ошивался, там у него киллы, потом вот что-то к нам прилетел. Короче, такое, мне кажется, просто гастролер. Эдакий Джеки Чан. Так, хорошо, аугумент, он, значит, требования. А, ну вот эти пойдут, значит, вот эти Imperial Navy пойдут. Стопудово эти пойдут, сейчас давай проверяем. Требования, все, эти можем. Сейчас мы, короче, все лопаты заряжаем тогда вот этими дронами. Вот этими Imperial Navy. Так, они сколько весят, масса? 10 М3, нам надо их, господи, 60. 60 получается, да? Да, 10 умножить на 5 умножить на 12. Это 600 кубов. Ладно, хорошо, с этим мы справимся. По деньгам, что будет? Нам 60 дронов надо таких. А то я, может, еще сейчас губу раскатал. Дорого будет. Так, ну-ка. 60 дрончиков. А, не, не 60, на 9. По 5, 45. А, все, нормально. Так, я тогда покупаю. Все, давайте сейчас полетим, заберем. Так. Ого, у меня сколько всего здесь. Сюда оно не влезет. Короче, какая идея у меня? Ладно, мы сейчас будем копать мою синюю луну, потому что, блин, это моя луна, и нефиг, короче, меня тут смущать. У нас есть 12 лопат, и это будет, грубо говоря, 60 дронов. Плюс еще дроны с рорки. Берем сейчас какой-нибудь Target Painter, вот в какую-нибудь из лопаток ставим. И потом просто, если что, фокусим всех дронов на эту тенгу. Павел, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Привет, я ставлю, что он сына. И 20 тысяч побор пригласит по цене. Ну, если он сына и пригласит 20-30 бобров, по сути, мне главное, я переживаю за лопаты, за халки с орстрипами. Если он сына, я увижу, что он сына. Я успею лопатки отварпать, а, в принципе, рорка не страшно. Чекнул борду, не дроппер. Гуанофит, если не... если не прослакаешь, то должен откачать Халка и пробить его. Вот, вот, поэтому давайте, наверное, не будем его бояться. Сейчас полетим, заберем дрончиков. Просто надо прям по максимальному сейчас подготовиться. Так, а на чем мне взобрать дрончиков там? Блин, да 600 кубов-то всего-то. Там 600 кубиков. Блин, а китайцы, что ли, поехать тогда? Тут недалеко. Нет, это китаец не тот. Короче, сейчас на этом быстро скатаюсь. На том, что не жалко. Я почему-то тоже чекнул его борду, посмотрел, что он не дроппер. За всю вот его историю ни одного дропа не было. Он просто как бы соло чувачок такой. Но если мы сейчас все сделаем правильно. Включаю варп-двигатель. А мы сделаем все правильно. В принципе, мы можем дать ему отпор и спокойненько сейчас копать луну. Просто надо будет прям... Сейчас я на этом, на рорке ватчлистом прям выведу. Вот этого всего сейчас. М-м-м-м-м-м.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все. Я его сейчас просто этот watchlist куда-нибудь потом вот прям куда-то прям выведу вот сюда наверх. Чтобы смотреть дамаг по кому-то идет или не идет. Так даже будет интереснее, блин. Это будет сейчас нервная копочка такая. А если прилетит? У меня есть капитальная шилд лейка. Я, в принципе, Халки более-менее утанковал. Я смогу, в принципе, откачивать, да. А в это время будет 2000 ДПС примерно. Даже пусть 1500 ДПС. Я думаю, его тенга не выдержит. Что-то мне страшно. Не люблю, когда чужие в системе. Да блин, я тоже не люблю. Ну а что делать? Синюю луну надо копать. Включаю варп-двигатель. Вот тоже, да, вот у человека контент. То есть вот он уже, ну почти, нет, больше 10 дней, наверное, дней 10-12 точно вот чем он занимается. Он логинит это окошко. Я очень надеюсь и очень прям, ну, хотелось бы мне, что это его какой-то альт. И он так, нет-нет, просто что-то переключается на него глянуть. Но если чисто вот человек играет в одно окно, и вся его игра это вот залезть вечером, висеть, короче, в клоке во вражеском спейсе. И нет-нет, короче, какой-то индусик пнуть, ну блин. А он, кстати, сейчас на обратном пути наш может пнуть, если он какую-то гайку мониторит. Ну, короче, посмотрим. Мурат Лихас, да, привет, спасибо за подписочку на канал. Салам, Юра, с тобой покопать как-нибудь можно? Можно, но только вне стримов. Если ты будешь в карпе, ну или в альянсе гунов, конечно, можно, но не, вне стримов, пожалуйста. Хотя, возможно, я сейчас более-менее руку набью. Может быть, и какие-то буду флотики собирать. Допустим, какой-нибудь паблик ВХ. Паблик копка газа ВХ, допустим. Почему нет? Проспект под газ ВХ, какой харвестер ставить? Т2 или есть резон в синдикатовской операции? Есть резон упираться в фракционный. То есть вот в этот сейчас. Тоже этот вопрос разбирали. То есть вот в этот упираешься? Ну да, дороговато, конечно, но блин. Но это на проспект именно имеет место быть. Почему? Потому что... ну, короче, не пожалеешь, если будешь вот им копать. Но атака первые разы, то есть, если ты только-только вот пробуешь этот контент, ты еще не знаешь, как там все устроено, как это все делается, какие нюансы, не вздумай сразу вставить вот эти оровские харвестеры на проспект, на винтурку и лететь копать. Сначала вот... начни там с Т1 хотя бы, там, если не прокачанный в Т3. Ну, кстати, ДТ-2-х тут не так долго качается. Вот, допустим, у меня здесь не вкачано на мейне. Ну, вот смотри, 5 дней в пятерочку учится. То есть ты за недельку, в принципе, вдуешь Т2-ые. И все, и пробуй с ними. Когда уже будешь прям, ну, конкретно... не знаю, там 5 из 5 вылетов делать плюсовые. Ну, то есть 5 раз летал за газом ВХ, и 5 раз ты вернулся с газом, и тебе не лопнули там проспект или винтурку. Тогда уже есть возможность там на оровский переходить. Никогда не начинайте чего-то там пробовать, какой-то контент Еви с дорогого. Потому что вы обязательно сольетесь. Я вот уже 2 раза флот слил этих парпойкой винтурки. По газ когда ходил. Бред собачий, особенно если копать С320 и С540. Ну, нюансы возможно есть. Проконсультируй, пожалуйста, человека, что лучше. Но я считаю, что, допустим,
C70-2, C84 и C60 лучше всего копать вот именно оровскими. Тут даже вопрос, опять же, если это одно-два окна, то тут как бы особо да, там разницы нету. Но если мы говорим про много-много окон, то как бы разница уже существенная. Так, ты меня немножко сбил вот этим своей фразой. Резкой, так скажем. Так, я еще, наверное, контейнеров завезу сразу. Вот и все, вот так загрузились. Что мне еще надо? Что-то мне еще надо? А, наверное, нет. О, как эта штука называется? Да, это сразу тоже завезу. Как называется структурка, которая фигачит этот расклоку? Подскажите, кто помнит? Которая расклачивает. Нет, смотри, Олег, основной момент в чем? В том, что когда, допустим, у тебя 12 лопат, как у меня, процент отхода, который уходит, допустим, вот, ну, по крайней мере, с добычей, допустим, вот, Т2 кристаллами или там с трипами, которые там Т2 с процентом получения отходов, это конкретно сказывается на доходности. То есть очень много уходит в отходы. Нет, если в один, если в одно там окошко на проспекте, то вообще как бы да. Тут я полностью согласен. На оровский тратиться смысла нету. Скажите мне название структурки, пожалуйста. Не то. Привет, докупи фит индуса, чтоб не поймали тебя на гайке на обратном пути. Ну, в принципе, можно, да. Ай, ладно, короче, потом этим займусь. Не хочу, все, я уже хочу копать. Полетел. Ничего, никто меня тут не поймает сейчас. Никого нету. Это надо будет еще с ней разбираться. Сейчас все равно мне это надо будет кого-то... Слушайте, а если я... А так не получится, нет. Я же могу эту структурку выкинуть и сам... Сканить его, правильно, комбатками. Но это нужно, нет, это надо, да, там флотик собирать, ребят привлекать, это штуки 3-4 эти структурки выкинуть, чтобы комбатками сканили прям постоянно. Если как насканили, сразу туда лететь, его расклачивать и ловить. Ну вот тоже, да? Интересный контент. Я не знаю, в какой еще какой-нибудь MMORPG будет такая ситуация, где вот можно будет, допустим, там шпиона такого взять и высканивать. У Юр, привет из Качканара. Привет, Юрич, привет. Леш, как ты вообще? Что-то давно... Не виделись. Включаю варп-двигатель. Блин, Олег, спасибо за инфу. Буду знать, да, буду иметь в виду. Там топов в газах 240 тысяч. 240 или... Да, 240 тысяч. Вентурка 10к кубов берет всего.
Вот, а если 12 винтурок, это уже 120 тысяч. Плюс еще ты, если парпойкой поджимаешь газок этот, хотя я знаю, что это не совсем хорошая идея, но ты можешь, короче, все это выбрать оттуда. Привет, есть, говорит, структурка, которая тебя на подскане не показывает. Блин. Нюансов дофига. Включаю варп-двигатель. Работаю как раб, и так норм вроде. Блин, ну это хорошо же, что работа есть. Куда хуже, если нет работы. А так... Скоро время появится, скорее всего, ты всю работу сделаешь, у тебя будет время отдохнуть, насладиться Евкой, если еще интерес не пропадет, конечно. Так, все, сейчас заряжаем дрончиков. Вот так же утром только встал, в позицию зажег лазер и опа, сканировщика на подскане, не свой, свернул лопаты, полетел, док охраняет. Да вот, вот это и подбешивает иной раз, блин, на самом деле. Потому что ты имеешь четкое желание покопать прям вдоволь хорошенько. И вот какая-то одна заноза тебе это мешает делать. Что-то какой-то трек нудный сейчас, давайте переключим. О, уже получше. Так, надо пока сделать, поехать. А, не надо же ничего делать, все, это да. Получено. Работа море, но работа ради работы — это не норма. Ну тогда что-то меняй, Лёш, если тебя это не устраивает. Все в твоих руках. А, ну а для души виталы и инструменталы в три проспекта. И парпойку копаю. Дарий, понял тебя, понял, да? Прикольно, прикольно. Так, мне надо ссылочку сейчас заправить сезончика. Давайте вот это выгружаем. Кстати, залезет. А что, прям два залезло? Что-то какой-то глюк. Сюда не лезло больше ничего. Я вылез с урорки и как будто стал трюм у нее больше. Такое может быть? Я что-то не понял сейчас. Секунду. Как так? 40 тысяч кубов так? Если я в нее сажусь? Если я в нее сажусь? У нее становится 26. Короче, это... Это какой-то глюк. То есть, трюм 26 тысяч, а залезал 31 тысяча. Так, так не может же быть. Ну, типа, я вот сейчас 2 выкину. И у меня все по завязочку. Короче... Мы нашли баг в Еве. Но если что, я осуждаю. Нельзя так делать. Не используйте его. У кого такое широкое? Mobile Scan Inhibitor. Глянь описание вот этого. Интересная структурка. Понял, понял. Да, посмотрю. А, менять общественно-эко... Мическую формацию мир пока не готов. А так я только за. Понял, понял, как ты глубоко и широко мыслишь.
Не, ну на самом деле работа ради работы, ты правильно говоришь, это ненормально. И так не должно быть. Так, давайте раскинем трейды. Я гоню уже циночку на позицию глазок. На всякий случай. Сейчас прокину всем трейды. Так, это Бобби, да, открылся? Ага. Блин, а почему всем сразу нельзя трейд кинуть, а? Так, вроде всем. Привет, привет, красный. Так, давайте сейчас по пятаку разделим. Где эти дроны? По пятерочке сейчас. Пять раз. 5-2, 5-3, 5-4, 5-4. Но все равно что-то как-то некомфортно мне эта мысль, что я буду копать в присутствии. А, ты чё, ты всем сейчас скинула, что ли, сюда? Ну ладно, хрен с ним, ладно, хорошо, хорошо, я не против. Давай так сделаем. Блин, а мне же надо будет сейчас еще переложить этот. Ладно. Что ты делаешь? Зачем ты сюда? Лунную руду еще переложить с лопат надо, то мы вчера их экстренно отварпывали, и она не жмется в цитадельках. Как бы надо сейчас будет этим тоже вопросом. А мы в этот же сейчас стрейт и кинем все им. А че? А трейдов-то больше намного? А, ну и все, три осталось, остался. Да ёб твою мать. Так, короче, Бонча, ладно. Аумер. Я, короче, не тем кинул. Три лишних захватил. Вот Юри надо отменить. Хотя нет. Да, отменить. Надо отменить с Реном. И отменить Саумиром. Так, стоп, это Алонсо. Маулус. Фалет. Шелон. Исьер. Вот, Саумиром надо отменить. Так, и получается вот эти два, которые я отменил. Один кинем вот сюда. Второй кинем вот сюда. Так, и теперь получается, мне надо вот сюда же в трейд закинуть руду. Так, я могу же сделать, да? Чик-чик. А, и подтверждение теперь оттуда надо. Ну ладно, хорошо, сейчас примем везде. Блин, рутина, конечно, жесть.
Я представляю, если кто-то вот имеет там 30 окон, 30 лопат. Вот это 30 лопат вот так вот постоянно, представляете, вот эта перекладка. Хотя я думаю, наверное, нет, есть чуваки, стопудово есть такие чуваки, которые 30 окон имеют активных. Но это уже просто какой-то уровень прям менеджмента вообще должен быть. Хотя, может, какие-то скрипты юзают, которые, между прочим, запрещены. За баг пишем разработчикам, требуем компенсацию 100 плексов, 1000 плексов. Не, ну реально все же видели баг, я ничего не делал, я просто вылез с корабля, приехал на Индусе, закинул, чтобы сразу, как бы, я просто помню, что они туда не закидывались. То есть получается, я не знаю, можно, полетит ли эта рорка в таком случае куда-нибудь, но я думаю, полетит. Но мы не багаюза, не будем это использовать. Так, еще для справки. Одна вентура без бонусов будет копать Vital Corp 25 плюс часов. 24 зрителя, лайков всего 13. Ставим, жмем палец вверх. Вот, 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 годные мысли, релакс. Спасибо большое за поддержку, спасибо. А такое частенько, кстати. Народу куча, а никто не лайкает. Я видел, раньше был стример 42 или 50 окон, но это прям очень, очень много. Ника Палмер, привет, спасибо за подписочку, привет, привет. Паган, рорка в 5 абсолютно вкачана, как это может быть так? Тут, я думаю, скиллы ни при чем. Тут, скорее всего, знаешь, как работает? Так, ладно, давайте сейчас с этими трейдами закончим. Бобби? А чё, Бобби не скинул? Я же скинул. Ладно. Так, вроде со всеми, да, разобрались. Сейчас еще вот этим троим закину. Аумер. Аумер, Хурен. И Ренраут. Гугли майн в 40 лопат, всего 45 активных аков. Ну это жесть, конечно, это что-то такое. Все, зашел на YouTube и лайк прожал. Спасибо большое, спасибо. Здоров, Юрец. Можешь подсказать какую-то статейку или форум, на котором можно подробно изучить вопрос начала майнинга? Стоит ли в это влезть? Да ты можешь в целом посмотреть цикл моих стримов. Это уже 53 стрим. В записи можешь посмотреть. На YouTube каналчике они все есть. Так, а здесь нету, да? И общая картина тебе будет понятна. Ну смотри, в майнинг сейчас, если вливаться, ну вот именно, чтобы более-менее там какой-то доход от этого получить, нужно хотя бы от 3 копалок и бонусник, то есть хотя бы 4 окна, чтобы тебе было интересно. Ну а так, майнинг имеет место быть, в нулях так вообще довольно-таки доходная штука. Поэтому я буду только советовать. А именно, что, какие нюансы, если, говорю, стримы посмотришь, как бы там где-то, может, фончиком, я думаю, очень многие вещи тебе станут понятны. Так, стопы, все, давайте дрончиков поперекидываем. Вторых убираем. Все, прекрасно. Фу, сколько рутины с этими окнами, но мне это нравится.
Сейчас, скорее всего, еще чувак этот, который на тенге, он типа зашел только-только, да, он там повисел, посмотрел, такой думает, никто не летает. Скукота. Пойду-ка я попью чай. А мы в это время выставимся. Ну, хрен его знает. Может, конечно, получится большой конфуз сейчас. Но будь что будет. Мы подготовились чуть-чуть. Так, нам надо сейчас еще Target Painter воткнуть какую-то лопату. А, CCP нужно в качестве мерча еще выпустить серию роботов-пылесосов в форме Халка, Макинава и так далее. Блин, да, согласен. Но я бы вообще, знаешь, кайфанул, если бы можно было где-то заказать сейчас. Ну реально, чтобы была такая возможность. Модельку Рорки и Халков. Я бы вообще кайфанул. Я бы себе сразу заказал. Но я что-то на сайте у них полистал, я не нашел чего-то подобного. Может, не там искал. Но я определенно знаю, что такие модельки существуют. Может быть, это они сами CCP-шники производят, какие-то партнеры. Так, все, короче. А, стоп, Target Painter. Target Painter у меня тут есть. Так, Target Painter есть. Может быть, проблема в том, что его не умеет лопата какая-нибудь. Сейчас давайте посмотрим. Ну, допустим, Маломер, требования 4 дня. У меня есть. Подзалить. Есть подзалить. Все отлично. Так, можно один ЕМ снять. Так, вопрос. В чем? Давайте Аумеру сейчас я этот трейд кину. Закинем ему. Так, все, по ЦП по этим. Так, сейчас я это залью. Ой, он просто вот эту в 4, что ли, требовало. Ладно, давайте зальем. В Рорку я не буду Target Painter ставить, потому что там все рассчитано на откачку. Так, все, можно включать. Все, слава богу, он влазит. Все, мы, короче, дронов ассистим на Умера всех. И у нас получается очень даже неплохой. А мы сейчас посчитаем. Все, погнали андокаться. Если что, у меня еще окошко на фальке же висит. Оно, в принципе, быстренько прилетит. Может еще джамить. Будем надеяться, что все сейчас получится благополучно. Что он не будет все-таки на нас рыпаться. Так, регрупп. Так, сжималка лунная. Все правильно. Итого, у нас получается 3 халка по 111 DPS и который Imperial Navi 80. Сейчас я через один проверю. 80. Вот эти могут чуть даже поменьше быть сейчас. Так, получается, по ДПС смотрим, 56 плюс 56 плюс 56. Это 3 лопатки. Плюс 6 на 80.
это плюс 480 и плюс 333. Это 981 ДПС только с лопат. И рорка. Но нет, она там в районе 800 будет. Еще плюс сич. А, кстати, сич дает? Нет, лопатам не дает, я все. Это получается так, 800. А куда я дел? Калькулятор. Вот он. Плюс 800. У нас получается 1000. Ну, короче, даже давайте так. Пусть это будет даже 1500 ДПС. Единовременно с дронов, которые, в принципе, трекуют Тенгу, я думаю, без проблем. Ладно. Полетели. Так, сразу я, короче, вот на эту букву, где мы уже выставлялись. Все, погнали. Включаю варп-двигатель. Фух. Будет тебе тренировка, да все получится, особенно если лайки дальше поставлять. А я думаю, будет. Ну, сейчас посмотрим, что поделать. Я свою луну хочу покопать, иначе зачем я за нее аренду плачу, чтобы она впустую сейчас из-за какой-то тенги висела. Ну, блин, с другой стороны. Очково, конечно. Ну прям реально что-то прям. У меня нехорошее предчувствие. Есть некоторый осадок какой-то. Так, ну мы список наблюдения же просто сейчас вот сюда вот так вот подтянем. Мы же можем вот так сделать. Во, вот так вот мы все их видим. Отлично. Все лопатки на виду. Так, все, стопаем рорку. Ну что, делаем ставки? Блин, блинский. Ребят, я опять долго запрягаю, блин. Я забыл забрать лунную руду. Давайте сейчас заберем. Все-таки. Все-таки давайте заберем. Потому что она не сжимается на татарке. А, блин, не сжимая, фигово. Да, сейчас сессия будет длинная. Давайте я сейчас заберу луну. Мы с вами буквально на минутку на паузу встанем. Я скажу, налью чайку, то у меня чаек закончился. И полетим, да, сейчас раскинем дроны. Сразу в ассист. И будем, короче, просто копать. Не обращая внимания на этого соло типа. А потом, если что-то происходит, я смотрю, у кого-то потекла, да, шелда, я быстренько лочу и начинаю заливать как этот шелдрепкой. Блин, мне такой этот звук нравится. Звук чего-то мощного такого. Вообще, стоит отметить, что в Евке очень-очень прям получено. На уровне саунд-дизайн сделан. Как для игрового проекта в целом.
Так, вот зачем я сюда вернулся. Очень-очень много вот этой лунной руды. Ее надо закинуть вот сюда. У нас почти 150 лямов. Так, а что это, кстати? По-моему, была аж пожатая, нет? Не, в лопатах не может быть пожатый, все. Так, все, андокаемся. И летим. Просто почти 150 лямов, как бы тоже их, в таком большом объеме я потом не вывезу. А пожать можно только рорка будет. Поэтому, ребят, ну, мне надо было вернуться. Я еще, кажись, забыл одну штуку сделать. Сейчас ее тоже сделаю. Эль Санта, да, конечно, конечно, пацаны. Мы же с вами уже копали. Там, кстати, если можно на этот, на поддержку кару пробросить или там что-нибудь такое вторым окошком, может быть, фальку. Ну, что прям висело в ряде у нас, если на случай прилета тенги. Тут соло тенга висит. Он не дропальщик, он так этот просто чуть-чуть как бы говнеца подкидывает на вентилятор жителям системы. Давай, все, подрубайся. Мне в личку напишешь, я кину приглашение во флот. И да, вместе покопаем эту луну. Там руды дофигища, поэтому you're welcome. Только все, ребят, я сейчас буквально на 1-2-3 минутки завари чаечек в мою козырную кружечку. И я вернусь, продолжим копку. Давайте, далеко, не ухожу, не уходите. Я снова здесь. Так, чё, все, начинаем. А, я же хотел сделать вот такую штуку еще. Сейчас, секунду. Переместить дрона. Мидамар. Когда в группе, так удобней ими распоряжаться. Санта, ты кидаешь мне в личку что-нибудь, чтоб я флот на тебя пробросил?
Митомар. Пипец ты долгий. Ну да. Такие нелегкие будни. Майнера. А, ну все, я тогда полетел. Как долетишь этот... пиши сразу, флот проброшен у тебя. Так, все, полетели выставляться. Включаю варп-двигатель. Сойджа, это такая игра. В Еве куда спешить? В Ева не про спешку. Это не Dota 2 где там или колда. Сессионная штука, да? Это все-таки про подготовку, про планирование. Но просто было бы глупо лететь туда вообще сейчас, допустим, зная, что здесь соло вот этот человек, который может там какую-то пакость выкинуть. Лететь неподготовленным, да? Поэтому надо было это сделать. Ну и плюс, как бы, тоже, да, вот оно время занимает на самом деле. Вот мы перепропрыгнули лопатами, перефитились. Ну да, слетали дронов раскидали, как бы. Если бы это было просто вот купить дрончиков, позови пацанов из Скорпы. Да нет, пацаны из Скорпы, как тебе сказать, не летают, когда я стримлю. Почему-то есть у большого количества людей, так скажем, такое, не знаю, мнение, что если вот я стримлю и копаю, что обязательно прилетят и все хлопнут. Поэтому они как-то вот с опаской относятся очень к вопросу, когда я стримлю. И наоборот, стараются избежать контакта со мной во время стримов. Привет, а стоит ли копать в почвине в 5 окон? Насколько опасно и выгодно, может, знаешь. В почвине, блин, ну, максимально небезопасно, поэтому... Чисто как бы попробовать, ты можешь взять парпойку и 5 каких-нибудь каветеров с Т1 с трипами. Просто максимально дешевый, получается, формат собрать. И, собственно, вот так попробовать. Ну, ребята летали, у меня вот не получилось с ними вылететь в тот раз. Довольно-таки выгодная тема, но, опять же, если ты летишь без, допустим, сокорпов, которые там хотят пофаниться, попвпшиться, которые бы тебя охраняли, флот-копатели, да, ваш, ну, как бы, очень небезопасно, так скажем. Так, все, давайте, короче, буду выставляться. Вот и Санта, кстати, подлетел. Какие умные сокорпы? Ну, дело, конечно, людей. Я... Ну, чисто я, допустим, не вижу в этом никакой проблемы. Ну, вот на самом деле вообще не вижу. Давайте пожмем. А, ну сразу что? Гека дороговато будет. Тоже, допустим... Ну, тоже 5 инфигляторов выкинем с рорки и под сижом. Это сколько ДПС? 365. Нет, а может быть все-таки тогда. Окей, давайте приаторов выкинем вот так. Но опять же, это дело лично каждого, поэтому тут, о, тут хорошо, 771. А, и сразу мне нужно сделать помочь Аумиру вот сюда. Все, Аумир выкидывает просто своих. Выкидываем. Помочь Аумиру. Сейчас дронов сразу раскидаем. Помочь Аумиру. Блин, а если я буду сваливать от нейтралов, то я просто потеряю всех дронов, правильно?
Но я сейчас могу вернуться и типа восстановить с ними связь, правильно? Тоже верно. Ну ладно, в рамках эксперимента, я думаю, стоит попроще попробовать именно в таком формате, как мы сейчас сделаем. Бля, дронов-то, ё-моё. Чё-то я, если честно, никогда не выпускал со всех лопат дрона. Лишь бы сейчас не стало из-за этого виснуть. Ну, посмотрим. А, тут только 4. Блин, музычка прикольная. Здорово, здорово, Коба, привет, привет. Привет, что-то тебя вообще давно не было. Куда пропадал? Вот целый рой дронов, блин, нормально. Так, надо выкинуть мне контик. Блять. Так, все, с роркой разобрались. Все как бы хорошо, дрончиков куча. Так, все, пробросил. Плотик. Здорово, здорово. А, здорово, задрот. Коба, что-то я не прочитал сначала. Чего задрот? Я не задрот. На сроках можно выставить горячие клавиши на выпуск и сбор дронов. Так на лопатах делаю. Да, нет, горячие клавиши у меня есть. По крайней мере, чтобы собрать Shift-R. Чтобы запустить Shift-F. Не всегда использую, да. Я навику позабил, вот и пропал. Вчера видел, у тебя 60 плюс онлайна было. Помогла, видать, реклама на канале. Нет, 60 плюс онлайна было не из-за рекламы Евы. Ньюмайер меня зарейдил. Спасибо ему большое, очень частенько меня рейдит, поэтому был такой большой онлайн от него пришедший. Но нет, это еще нормально. Вон люди говорят, по 45 окон люди копают. Юра, расскажи, пожалуйста, про налоги на копку в гунах и карпе. С обычных гравиков идет налог или только с лун? И со всех ли лун и сколько? Рорка на максимуме дает 164% на дальность и 61,5% на цикл. Про налоги, ну смотри, в нашей карпе 10% идет налоги со всего. То есть с луны, с гравиков, неважно. Ну вот примерно на вот этот и ориентируешься показатель. Санта что-то не принял. Так, сейчас еще раз прокидываю, окей. Давай тебе в Кузимбаева. Отправим в Кузимбаева пилота. Кузимбаева пилоты. Так, чатик, сейчас прошу меня понять. Мне сейчас надо выставиться. Давайте я сейчас с дальних камушков начну. А, кстати, здесь надо делать вот так вот. Запас, чтобы был. Все, отлично. Первая лопата пошла. Так. Немножко неудачно встал этот. Надо сейчас будет подгонять лопаты. Далеко эти.
контейнер далеко. Ух, сколько дронов-то летает, господи. Сейчас, кстати, непись прилетит, интересно прям будет попробовать, насколько мы быстро ее сдуем. Ты все еще в М40, да? Я и не собираюсь уходить, самая топовая карпа. Димон, привет-привет, спасибо большое, спасибо, дружище. После твоих стримов я задумался мазь себе построить. Надеюсь, за год скрафчу. Да можешь даже быстрее, чем за год. А вот, кстати, и непись. Так, а что нам получается? Нам надо вот этим лочить. Фигачить таргет пейнтер. И фигачить еще своих туда. Сейчас вся арава полетит, да? А что, не все полетели? Я кому-то что ли не сделал проброс? Сейчас, чьи остались? Сейчас, секунду, смотрим. Давай, помочь. Аумиру. Помочь. Аумиру. Короче, часть лопат почему-то не кидают в ассист. А, или они уже запилили просто. А, 50 дронов, все, я понял. 50 дронов, короче, максималочка. Угу. Все, я понял, 50 дронов максималочка. Тогда можно, в принципе, часть собрать будет. А сейчас все полетели, смотри. От одного остались только. Смотрите еще, как сдувается быстро. Это бэшашка сейчас, капец. Хоп-хоп. Нормально. Не, ну мне... В принципе, я думаю, мы отпор Тенгу сможем дать. А, или там за 50 километров был разговор. Короче, ладно, сейчас мы еще раз сделаем. Помочь. А умер. Короче, зачитываешь поддержку. Да, 50. Максимально 50. Все, буду знать. Короче, все лопаты не обязательно туда направлять. Фух. Так, стоп, положите. Получается 5, 10, 15, 20, 25... 30, 35, 40, 45, 49. И тут получается вот эти две можно сейчас собирать. Все нормально. Чтобы лишние тоже сейчас не загружали. Все, сейчас все дроны выкинуты. Все, давайте расставляться. То что-то мы отвлеклись. Главное, проверили, что все работает. Так, здесь мы уже тоже подкатили. У нас получается две лопатки выставлены. Сейчас вот эту давайте выставляем, третью. И погнали остальные 12. Так, нам надо вот сюда. И сразу лочим камешки. Все, стоп, 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 машина. Ага. Сейчас кто еще, допустим, новенький не видел, да, облако дронов сейчас еще и будет осьминог такой тянуться своими щупальцами к камням. Кайфово, блин, я кайфую от этого процесса всего. Куда ты летишь? Я ж тебе сказал, на этот, на конт. Полетел на этот, блин.
Давай, 300 метров осталось. Копка простаивает. Копать! Сич простаивает. Фиш, что случилось? Говори, дорогой. Да что ты, все лопаты что ли от конта далеко? Что за фигня? Чпоинг, чпоинг, чпоинг. А все, можно так, стоп, стоп, машина, стоп, машина. Надлом, привет, привет, спасибо за фоллоу, привет. Давайте тридцаточки вот эти заберем тоже. Так, вот тут контик тоже далеко. Ничего, здороваюсь. А, привет, привет, привет. Надлом. О, Юра показывает правильную копку. Давно не видел тебя. Спасибо, спасибо. Присоединяйся. Очень рад тебя тоже видеть. Да, вот сегодня чуть-чуть мы, правда, 1:20 вели подготовительные работы к стриму. Немножко... Короче, у меня в системе здесь сейчас висит Ковра Тенга. Но он, похоже, соло, по сути, не дропащик, судя по его борде. Тут немножко тоже подготовились к его принятию. Что если вдруг я мог его дать отпор. Так, что тут мои... О, обсерваторию. Санта, ты, да, включил обсерваторию? Прикольно. Юрий, ты руду продаешь или что-то крафтишь? Я на данный момент, к сожалению, продаю, но я буду изучать производство, как бы, и хочу сейчас построить шарон. Братишка, линки офни, дорогой, пока тебя не перевернули, слушай, офни линк. Не-не-не-не, линки сейчас я офать не буду, как бы все нормально, спасибо, что проверил. Это у меня такая проблема, очень-очень часто бывает. Что я просто тупо, допустим, улетаю на тизер в надежде, что я встану на тизере. Я забываю выключить линки. И, соответственно, на этот тизер я не встаю. И специально вот сделал такую кнопочку, чтобы вы могли в случае чего мне напомнить выключить линки. В случае, если я отварпываю куда-нибудь на татарку, на тонорку. Так, а три лопатки осталось выставить. И будем уже вставать в рецикл. Санта, понял. Понял, не ты. Это я знаю. Все хорошо, хорошо. Я, может быть, новенький, потому что Майер бывает кинет рейд. И очень-очень много людей приходят новеньких. Я просто на случай того, если вдруг, может быть, ты не знаком. Да что ты, все лопаты, блин, далеко от этого. Вот это, ну ладно, это просто немножко оттягивает время расстановки. Но мы уже почти выставились. Еще чуть-чуть. Чпоинг, чпоинг. До сюда дошли, все, крайнюю лопатку выставляем. Давай я тоже дальнюю возьму ей. И контик тоже подлетать надо. 50 дрончиков, ну даже 50 дрончиков неплохо, в принципе. Хотя, если этот формат разложить, можно, допустим... Вот эти две крайние лопаты ассистить на рорку. А, и от рорки тоже менеджмент нет. Ой, я секунду. Летим, летим еще. Поэтому можно все 60 дронов раскидывать. 65 получается. Все.
все? Готово? Тут мы сейчас мониторим вот этот вопрос. Так, все, тогда прокидываем и встаем в рецикл. Так, все, теперь чуть-чуть ждем. Встаем в следующий. Процесс, так скажем, начался. А поса в системе нет? Есть пос? Но мне как бы нет. Я на пост только если карой, когда зеленку фармишь. Туда, да, в смысле, тароркой. Ну да, с линками, чтобы проблем не было. Возможно, да. Но, как правило, они успевают выключиться. Видишь, тут основной момент аврорки в том, что у нее сидж. И сейчас, если, допустим, я лопата отварпываю, в случае, если глазками в соседку увидел кого, я, получается... Выключаю линки сразу. То есть, если я выключаю сидж, я выключаю тут же линки. А раньше я просто выключил сидж и думаю, ай, этого достаточно, типа. А нет, нифига недостаточно. Надо линки тоже выключать сразу же. Так, ну, все, мы как раз таки сейчас в рецикл прям успели встать. Все, по всем лопаткам прошли. Обалденно. Так, тут уже можно будет сейчас перекинуть. Давайте закинем. В принципе, вот тут тоже уже подходит. По 9 тысяч закидываем. Делай 5-10 пасов и крайп, копай, майн с удовольствием. Сколько процентов от луны отдаешь в такс? 3% от вот луны, которые я арендовал. 3% от того, что есть в луне, грубо говоря. Ну вот эти 4 R8, которые я взял под льву, мне обходятся где-то 533 миллиона в месяц. Все 4, ну вместе. Не каждая по отдельности, а за все 4. Я думаю, это недорого. Потому что вот эти 533 миллиона мы сейчас с вами буквально за полчасика мы на этой луне копнем. Грубо говоря, мы вчера уже там за 2 месяца вперед их накопали. Вот. Ну, конечно, если они будут все синенькие, это будет вообще классно. Но даже если луна не синенькая, тут же опять же в чем вопрос. Так как камни большие, я буду копать, допустим, простой взрыв не оровскими стрипами уже, а Т2 кристаллами B-type. Это будет плюс-минус поиска часу, как гравик. Нет, тут да. Интересно, конечно. Давай я тебя буду мистер X9 называть. XY9. Короче, фишка в том, что вот именно с этой сейчас R8 кританутой синей луны доход 1,6 лярда в час. В составе Рорка плюс Халки. Блин, это прям мега круто. Блин, все равно я очкую за этого Тенгу. Немножко меня прям смущает его присутствие. Но главное мы уже сделали. Мы вылезли, выставились и уже какую-то часть покопали. Купердон, привет, спасибо за фоллоу. Привет, привет, присоединяйся. У меня 800 лямов за хорошую 32 луну в месяц. Но видишь, 32 луна это не R8, да, это даже не R16, это 32. 32, возможно, так и стоит.
Вот там на самом деле, видишь, как получилось? Карпа набрала много лун в свое время, много. Ну, типа, копатели просили, там, давайте луны, луны. А потом стали делать ревизию, и оказалось, что вот часть лун просто никто не копает. То есть настолько их много, что часть лун просто там, допустим, 3 месяца вообще никто не копал. Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, а то и 150. Копать. Таир, спасибо большое за поддержку, спасибо большое. Копаем. Копаем наш тяжелый труд. А, я не пожался, что ли, ё-моё. Вот, и получается так, что... Никто их не копал, и встал вопрос, типа, если кто-то хочет брать их на себя чисто, ну, типа, в себе личную аренду, то, пожалуйста, там, следите за атоноркой, за топляком в ней и так далее, забирайте. Платить налог 3% от того, что есть в луне. Я, в принципе, посмотрел, луны хорошие, именно вот в тех системах, в которых у меня там инфраструктура моя есть. И, собственно, я вот... пошел на это. Кстати, в среду выходит еще одна луна. Тут сейчас вот получается до 20 числа у меня еще 3 луны выходят с этого. Ну, надо будет взорвать. Поэтому, возможно, еще будут синенькие взрывы. Вот. И там, если кто-то в гунах там живет, или там в дракарисах в Дельве, я все равно все это не выкопаю. Вот. Поэтому в дискордик подключайтесь, пишите. Я вам, если что, координаты дам. Ну и какие-то там, я не знаю, если какие-то разрешения нужны на уровне альянса, там разрешение прокину, то есть чтобы вы могли тоже эти луны покопать, если кому интересно. Может быть, где-то на стриме вместе, может быть, где-то просто так вам интересно будет. А так просто они бы ушли, и, во-первых, из карпы бы ушли, да, а карпа, как бы, я все-таки все равно тоже переживаю за ее развитие, как бы болею, да, чтобы все было хорошо, чтобы карпа росла. Вот, и, соответственно, если так представить, еще, допустим, там, на полгода, год вперед, так скажем, если количество мемберов удвоится, еще и там утроится, то есть вот эти луны, они будут как раз кстати, то есть они лишними не будут, поэтому продавать их там или убирать скорпы ни в коем случае нельзя. В общем, такие вот мысли. Звучит выгодно. Что значит кританутая луна? Я в копке нуб-нубом. Скупердон, кританутая луна, я уже объяснял, ну, еще раз объясню. Смотри, есть луна, ты, короче, тянешь от нее кусок мундрилем и взрываешь потом. С этого куска луны получаются вот эти вот камни, астероиды, да? Так вот, если стандартный взрыв происходит, то каждый камень имеет стандартное... стандартный объем минералов внутри, да, этой руды. А если луна синяя, кританутая, то есть вот она синий взрыв сделала, значит, луна дала крит. Это получается вот эти вот камешки, они все как обогащенные, то есть в них повышенное содержание минералов. Соответственно, и эта руда дороже намного. Ну, можно считать как обогащенная руда, грубо говоря. Вот, допустим, если простая R8 луна будет давать в час где-то лямов 800 с натяжечкой, да, то вот эта кританутая луна дает 1,6 лярда в час в моем составе копки. То есть, как бы, в чем различие. В чем различие кританутой синей руды от простой? Ну все, скройся. Так, я думаю, ну, тут надо еще как бы, наверное, подсканчик, да? На предмет. Какой-нибудь тенге. Ну ладно. Так, еще второй прогон будет. Ясно, благодарю. Все, спасибо. Если что, обращайся, задавай вопросики. Но я все-таки думаю, если... Санта, ты кару пригнал? Так вообще прекрасно. Ё-моё, все, Нитха здесь с файтерами.
Все, я вообще тогда не ссу. У нас тут пачка файтеров. У нас тут пачка дронов, я думаю, эта тенга сюда просто не... Даже если сунется, она очень быстро лопнет, он ничего не успеет сделать. Вот тоже к вопросу Евы, да? Если люди объединяются, это решает очень много каких-то проблем, которые могли бы в соло представлять какую-то, ну прям реально там нехорошую проблему из себя. Так, сейчас, секунду. Антон, я вижу, сейчас, секунду. Так, вот как обычно я делаю два выгруза, два прогона по выгрузу. Все скопаю этот и прожимаю. То есть мы уже, в принципе, я думаю, вот это даже можно на 2 умножить. Но сейчас вот скажу, сколько у нас сейчас в карго. Получается у нас по Джанису смотрим. Что тут 287 миллионов, то что показывает, это некорректно. Сумма. После репроцесса 510 лямов. А если именно продавать эту руду, ну, видать, зависит от концентрации, то там 630 миллионов. Ну, 510, давайте так, грубо говоря, мы уже копнули. То есть уже аренду всех четырех лун на месяц вперед мы обеспечили. Антон, а сколько примерно в час профит 2 макинавы плюс прокачанная парпойка на 32-й луне? Блин, не подскажу вообще. В целом макинава по сравнению с Халком, ну прям существенно меньше копает. Прям существенно меньше. А 32-я луна, ну довольно-таки выгодно. Но я думаю, смотри, если в среднем так смотреть, под парпойка, ну наверное, лямов 70-80 будет с макинавы на 32-й луне. Но не больше. Это я прям, наверное, прям максималочку говорю. Но это вот опять же по общим субъективным прикидкам надо считать. Привет, а можно к вам во флотик? Правда, есть другой карпы. Ты в гунах? Индибиан, ты в гунах? Норм, если что, думаю, меня первым дропнут. Так что у тебя на минуту больше будет помощь пингануть. Ну да, 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 да. Нет, ты в разгончик-то встань на всякий случай. Кару куда-нибудь на постик разверни. Файтера-то, в принципе, они капец-капец. А, ну ты и так, по-моему, далеко, да? А, ну да. 300 км, хорошо. Согласись, Санта, да, ощущается, что это такая прибыльная луна. Очень прибыльная. Прям по кайфу. Киндибен, нет, если ты не в гунах, то тебе надо быть хотя бы в дракарисах. Ты просто сюда не прилетишь. Тебя по дороге, если ты где-нибудь нейтрал или минус гунам, тебя в этом спейсе просто лопнут. Поэтому давай вступай в гуны, в нашу М40 корпорацию. Фу, как я тащусь от этого всего, вот как я тащусь от копки, вот от этого процесса. Это, я не знаю, это какой-то вот... Чувствую вот удовлетворение, прям реально, когда вот что-то нравится. Редко какие игры могут вот этот кайф предоставить. А, о, на тенге. Я прилечу, я в ПХ. Нет, 6 лямов лопати, ты смотри по Джанису, потому что то, что сейчас показывает вот эта фигня, она неправильно показывает, занижает конкретно сумму. По Джанису и репроцесс сделай, потому что это руда критовая. Так, что там, непись? Ты отстрелишь непись? Там смотри, файтера в твоих это, бьют. И сядь далеко. А, ну это крузаки там, фигня.
Бросай ПХ, вступай в гуны. А что за ПХ? Я немножко так мимо, мельком глянул ПХ. Что за ПХ? Не совсем понимаю, что это. Блин, надо будет разбираться еще с производством. Там тоже делов капец. Это мне надо будет... Ну сейчас, благо все лопатки проучили халки в 5. Сейчас у меня полностью все 12 лопат халки в 5 умеют. Ну вот, сейчас получается, надо будет проучить планетарку. Хотя бы в четверочку на все. Потом поставить пятерочку. И прорабатывать производственные цепочки. То есть я хочу начать... А, пандемик хурда? Блин. Я вообще хурду не люблю очень. Потому что хурда... И голема мне дропнули. И рорки мне дропали. Ой, не рорки, а орки. Вся моя печаль и боль в игре это от хурды. На самом деле. Поэтому лучше выходи с хурды и приходи к гунам. Нафиг тебе эта хурда. Так вот, с планетаркой она будет разбираться. У меня сейчас, я просто думал, типа, а чё, какую планетарку делать, что делать. Надо выбрать просто сейчас для начала то, что я буду производить. Для начала я буду производить капиталы. То есть Чарон там, потом Кары там, Факсы. Короче, я хочу на этом заморочиться. Соответственно, мне нужно кап-компоненты, да. И вот, я не знаю, может быть давайте в среду. Хотя нет, сейчас у нас задача накопать на проплату. Потому что 22 числа у меня проплата аков, и надо прям постараться сейчас, чтобы исками оплатить. Я уж честно задолбался по 200 баксов выкидывать за лопаты с карты. Немножко это давит на кошелечек, так скажем. Вот. Сейчас копнем, получается, на проплату. И потом будем что заниматься. Возьмем, короче, прям, наверное, цикл стримов сделаем. Посмотрим, какие нам надо планетарные материалы для кап-компонентов. По газу, короче, по газу такая штука. Тут либо нам надо будет летать где-то в составе, допустим, вот, ну, Карпы, Альянса, какие-то такие вылеты делать в ИХ-шку под охраной. Может быть, собирать большое количество там этих ребят-майнеров, там, кто будет покопать. И кто хочет по ПВП-шить. Может быть, кто хочет покрабить аномальки в ИХ-шной, чтобы мы, допустим... Один вечер забурились, допустим, кто-то покрабил аномальки, кто-то покопал газ, кто-то там, может быть, ПВПшники попвпшились, да? Ну вот, как бы, мысля такая. По газу. Ну, либо газ покупать, потому что я, если честно, вот я слетал, я три раза собирал, грубо говоря, парпойки с винтурками. То есть у меня так вышло, что... Так, какая-то лопата переполнилась по какой-то причине, я не понял почему. Первый раз, получается, мне там половина лопат слило. Если вы помните, на стриме это было. Второй раз, получается, я полетел, нашел все в ИХ-шку, залетел туда, покопал, причем такой довольный, там C60, C72 газ я нашел. Покопал такой, думаю, блин, все там лямов на 300, короче. Думаю, мне хватает. Полетел на ту буку, короче, выходить с ВХ-шки, а ее уже хлопнули. То есть все, а у меня нету, блин, причем куча винтурок с пробланчерами. Но ни в одной винтурке нету самих пробок, короче. Мне пришлось суицидить, короче, весь флот. Потому что, ну, как бы, время там тратить, чтобы это вывозить оттуда, искать этот выход, у меня не было. А третий раз, получается, я пурпойку собрал. Собрал, опять же, винтурок, полетел, уже все вроде с пробками, совсем как надо. Накопал газа на 700 миллионов, там был C50, C60, C72 и C84.
Нормально так, короче, газа копнул. Но прилетел, грубо говоря, сабра, разбубла бубль, и все абсолютно мне слило, короче. Я сразу и яйки слило, короче. Причем в лопатах-то были эти коробочки на майнинг. И вот эти все, считай, коробочки слетели. И я после этого что думаю, нет. В соло соваться в ВХ-шку я, наверное, не буду. Возможно, нет. Тоже поучиться там под скан постоянно мониторить. Ну, возможно, есть нюансы, можно как бы там научиться сейвово это делать. Но лучше всего это с каким-то флотом поддержки. Ну что, ну его нафиг, блин. Не столько это окупается. Поэтому, возможно, да, я сейчас чуть-чуть переобуваюсь, но, возможно, лучше будет газ покупать. То есть покупать ту же самую Луну Гравик, все, что ты нарыл, продать, и тут же на эти бабки купить газа. Ну, либо с кем-то договориться, кто газом занимается, может быть, каким-то бартером, прям напрямую просто обмен совершать. Допустим, я тебе на лярд руды, а ты мне на лярд газа. Ну, типа того. Руслан, привет, Юра, как жизнь? Возможно, с тобой кооперироваться на копку? У меня мини-флот, 9 халков. Руслан, да, все зависит от того, где ты находишься. Если ты в гунах, вообще без проблем. Можем кооперироваться, можем даже какие-то такие интересные такие али-вылеты делать. На стримах, можно не на стримах, поэтому в личку можем писать. В дискордик обязательно присоединяйся. Там, когда я, допустим, вне стримов, тоже если копаю, могу там какой-то клич кидать. Вместе всегда веселее, то есть майнинг, ну вот я уже по опыту, довольно-таки однотонное занятие, ну в целом процесс, но мне нравится. Но бывает так, что хочется просто покопать и поболтать. Мы частенько так с аккорпами делаем. Так что без проблем. Просто нужно скоординироваться, связаться. Ну, лучше уже вне стрима. Заморочиться, оно того стоит. Желательно втихо на год копнуть. Это прямо заставляет мысль, что оплата через год. Да, заморочиться, копнуть. Причем я посмотрел, очень крайне выгодно. Если, скажем, ты проплачиваешь как минимум сейчас на 3 месяца. Там же там скидка такая существенная. Блин, заболтался, рецикл потерял. А еще успеваю, еще успеваю. Все хорошо. Короче, как минимум на 3 месяца надо проплачивать. Но это надо заморочиться, прям вот покопать, покопать, покопать в продажу. А потом вот первые 3 месяца, если оплатить, и потом уже копать с точки зрения производства. Там эти деньги усваиваются, и там уже можно уже потихонечку на год проплатиться, да. Да, если ты в соло столько окон копать поедешь. Ну вот так и было, я говорю, что нет. Столько окон — это просто нереально в соло, в ВХ. Нет проплаты меньше, чем на год. Ну блин, пацаны... На год 14 окон проплатить — это... Не, у меня мейн проплачен где-то примерно дней на 270 вперед. За счет того, что где-то вы по рефералочкам регистрируетесь, там оплачиваете омеги свои. Вот. Альта проплачена у меня, которая на фальке тоже учится. А вот лопатки, 4... ну даже давайте так, 12 окон проплатить на год. Это прям... Надо заморочиться, реально. Ну, я поддерживаю. Я как бы хочу этим заняться. Все-таки, да, заморочиться надо. Хотя бы на полгода вперед. А лучше на год. Но у меня как бы план был такой, чтобы все делать постепенно. Сейчас прям это большая слишком сумма. Но если, скажем так, оплатить сейчас на 3 месяца. Ну вот, исками. И потом уже копать именно для производства. То я думаю, с этого может получиться хорошая история оплаты всего флота на год. Потому что производство, грубо говоря, это x2 от того, что ты добыл. Ну вот и вывод. Если, допустим, в месяц могу закрыть там миллиардов 60-80, через производство это умножить на 2, это 150 миллиардов. Можно за пару месяцев на год вперед реально
Так, у нас уже начинают отлетать камушки, поэтому рецикл чуть сменяется. Сейчас я чатик почитаю внимательно. Я чуть-чуть сбился, сейчас просто мне надо пройти, посмотреть. Ага, вот тут тоже, вот. Бывает такое, что просто лопатки одни и те же камни залочили. И сбивается. Ну, камни здоровые. Мы считаем, вот сколько, да, у нас камни не отлетали. Сколько мы висим уже тут? Почти полчаса, да? Полчаса халки грызут только одни камешки. Луна на самом деле богатенькая. А в семи приках от тебя живу. Я с тобой в Дискорде общался, спрашивал про Дель 911 и так далее. Руслан, да, все без проблем. Можешь даже сейчас присоединяться, если есть желание. Только мне в личку напиши ингейм. Луна, потому что здоровая, я ее все равно весь всю не выкопаю один. Вот, поэтому можешь присоединяться, вкусненькую луну покопать со мной. У тебя же рорка, да, Руслан? На рорке-то? Смотри, как этот, тяжеловато будет, если рорки нету, сейчас пробрасывать. Ну, наверное, 9 халков, если, наверное, рорка есть все-таки. Блин, но все-таки я вот когда на рорку сел и вот пощупал, что такое джамп-портал этот, я прям прифигел. Какая мега штука. Это реально просто, когда ты берешь весь свой флот, лопат пробрасываешь куда тебе надо, либо можешь просто как бридж ее сделать для кого-то, для сокорпов, допустим. Ну вообще шикардос. Просто вот раньше, когда рорки не было, всегда думал, вот, перелетать с одной системы в другую, это такой геморрой, неудобно. А сейчас, допустим, все, ты просто цинкой там клочной пробежался, и все. И весь свой флот буквально там в другой конец карты отправил. Иван Судаков, Иван, ты тоже с Гунов? У нас такое потихоньку гунное царство, государство, да, образовывается, заметили? Оказывается, очень много гунов меня смотрит. И оказывается, еще и хурда меня смотрит. Так, еще какой-то камешек отвалился. Откуда отвалился? От следующих лопаток. Сейчас проставим. Вот тот же момент, да? CCP уже очень много лет чего-то там вот прям кардинального нового не вносят в майнинг, да? Каких-то кораблей таких именно вот в виде добывающих барж там пересмотрели, да, в свое время саму концепцию, но оставили также халки на Окинаве. А с другой стороны, вот так если посмотреть, тут кардинально-то ничего сейчас и не поменяешь. Все настолько привыкли вот к этому майнингу, который есть в Еве. Вот я, допустим, начал свое знакомство с космическими играми вообще, начиная с Евы. Когда она еще там в бородатом этом, в 2000-х годах она выходила, точно уже не помню. И вот этот майнинг меня уже, он еще тогда меня прям зацепил. Я очень помню еще и на хурике копал, короче, в кучу-кучу этих майнинг-лазеров. Это было реально интересно. И как-то это вот все прижилось потом вот несколько там лет в Евке. И, допустим, другие игры. Я увидел где-то рекламу Elite Dangerous, да? Скачиваю Elite Dangerous, блин, там читаешь анонс рекламы, что там
можно тоже заниматься добычей с астероидов и так далее. Я там, блин, думаю, а там же как? Там же не, ты не управляешь вот так вот сверху корабликами. Там же типа ты с кабины сидишь, смотришь, и думаю, сейчас, если будет как в Еве, лазер, я такой там добывать буду. Как же круто, типа. Захожу, и вот та вот модель добычи руды с астероидов, она, ну, абсолютно не похожа на Евовскую, и все. И тебя просто все желание отбивает играть там в Dangerous, еще там что-то. Вот говорят, вроде как в Star Citizen там похоже на Евку, да, именно сам процесс добычи. Но я Star Citizen не пробовал, не знаю, как оно там. Ну, вот, допустим, и другие вот игры смежные, да, там что-то про космическую тематику. Вот сама вот эта вот манера добычи ресурсов, вот все-таки хочется, как у Евы. Всегда вот смотришь, вот не хватает вот этой именно механики. Мне кажется, CCP, они в свое время, я не знаю, вот какую-то формулу выработали, что вот именно майнинг, он должен быть вот такой, вот он, медитативный. То есть ты прилетел, закинул эти бурильные установки в камни и сидишь уже, занимаешься каким-то там либо расчетами какими-то там по производству, либо еще чем-то там следишь за безопасностью, да. Мне кажется, они очень угадали, вот как по мне, именно вот с самой системой. Поэтому и существует много у нас майнеров многооконников, потому что это для определенного, допустим, круга людей, склада ума, это некоторый эликсир, так скажем. Ну вот такое у меня отношение к майнингу. Я думаю, чего-то там они кардинального изменить в нем не просто не могут. Потому что если они поменяют вот эту вот модель, да, саму вот эту составляющую майнинг баржа и там стрип-лазер, все, они в целом просто поломают весь майнинг, который будет неинтересен кому-то. А что-то сюда добавлять другое, ну, допустим, какой-то там, допустим, майнинг корабль, но тут же тоже нужно думать о балансе. Ну и какое можно? Ну какой-то новый бонусник, он не нужен, допустим, Рорка все закрывает. Какую-то, я не знаю, новую модель копки тоже как бы такое себе. Ну вот я просто думал насчет этого, а они просто ничего это и не добавят. Это уже просто идеально отработанная схема, так скажем, контента, которая работала, работает и будет работать еще все это время, пока будет существовать Евка. Они уже ребалансили Рорку, потом пришлось 3 раза нерфить. Ну вот, я говорю, что если чего-то новое вводить, ну, допустим, типа новые какие-то майнинг корабли, да, это настолько будет тонкая вещь к балансу, потому что... Ай-яй-яй. Вот, поэтому майнинг — это уже, на мой взгляд, просто уже абсолютно состоявшаяся штука в Еве, который уже никак абсолютно не переделаешь кардинально. Так, 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 так. Угу. Когда успевают камешки эти отлетать, что прям как будто не говорило ничего. А, ну тут еще, кстати, камешки могут сейчас отлетать быстренько, потому что мы же копали их вчера. Я же на ту же буку прилетел, где стоял этот Enormous контейнер фрейтовый. Скорее всего, поэтому поотваливаюсь. Тут руды просто очень много, прям очень много. Триглавская лопата с раскруткой, ну да, да, работает, не трогай, но ЦСП — странная контора, все возможно. Ну, согласен, все возможно, возможно, что-нибудь подпилят так, что потом придется, опять же, как с Роркой, 3 раза нерфить. Вот, кстати, триглавенская лопата — это интересная штука с раскруткой, типа ты, чем дольше у тебя стоит лопата на камне, да, тем, короче, она больше дает зацикл руды. Ну, типа, вот связь там какая-то. Блин, интересно, да. Может сработать. Типа, раз камень сожрала она, все, у нее цикл сбился, на другом камне она по новой раскручивается. И типа, триглавскими лопатами в таком случае будет очень выгодно копать луну. Либо какие-то большие камни, да, крупные.
И сделать так, что, допустим, начальный цикл, который только начинается, он будет в два раза меньше, чем у Халка, да? Но, так скажем, минут через 5, как она грызет камень, допустим, у нее там раскручивается эта штука, и она становится, допустим, как полтора или два Халка там по добыче. Но при учете только, что вот она один камень грызет. Как только камень кончился, все, заново нужно раскручивать. Вот что-то такое можно было бы придумать. Это было бы довольно прикольно, допустим, да, было бы, допустим, разнообразие. Если ты копаешь, допустим, гравики или там бильты, ты берешь Халки, если ты летишь на Луну, соответственно, ты уже берешь вот эти вот новые копалки. Какое-то разнообразие вот это бы дало, конечно. Но это все мои фантазии. Сейчас можно губу раскатать вот так вот, еще ей обмотаться как шарфом. Поэтому я просто так свои фантазии высказал. И очень будет прикольно, если что-нибудь подобное, конечно, появится. Сижу тут разглагольствую. А что, кстати, этот... читали патчноцы, которые завтра будет патч большой? Я что-то, если честно, еще даже не читал. Но так, по разговорам, мельком слышал, что, допустим, нулей это никак вообще не коснется обнова. Чисто под хайсичных людей. И я так понял, с майнингом тоже никак вообще ничего не связано, да, там? Или давайте так скажем, у вас даже больше 50 человек онлайна сейчас, в общем. Кто читал патчноцы, кто может сказать такую вещь? Что, на ваш взгляд, такое вот, ну, самое интересное из этой обновы? На что прям вот стоит обратить внимание? Так, закидываем. Нормально копнули уже сейчас прям. Уже не жалко. Не зря вечер проведет. Офигенчик. До нулей никак вроде не касается. Но я вот тоже так понял, что вообще к нулям никак. То есть нули как жили, так и будут жить. Я, конечно, почитаю сейчас после стрима. А может, сейчас, когда копку закончим, вместе почитаем, посмотрим, что там, к чему готовиться завтра. Там вроде вчера писал кто-то, что будет зимний ивент какой-то копательный. Тоже надо почитать, что там будет. Может, подготовиться заранее. Ой, красота какая! Так, засмотрелся опять. Переполнилось все. Блин, надо будет, кстати, посчитать, сколько примерно я вот этим составом моим выкапываю в час кубов. То есть, честно, даже не считал ни разу. 176 уже. Ну, раз никто не пишет, что там что-то такое прям интересное, я так понял, значит, патч так себе. Просто много шума про него говорили. Вот. Я думаю, если бы что-то было там прям вау-вау, тут бы уже в чатике все там, да, вот это посмотри, вот это там, вот это сделают.
Раз такого нету, значит, чего-то так просто. Очередной патчик. Я так понял, не самый это глобальный, конечно. Еще будут ряд посерьезней патчей после Нового года. Уже 540. Что там у нас получилось? Ну-ка давайте по Джанису глянем. Эдакую небольшую сверочку покупки. Ё-моё. Ребятушки, так уже лярд 200. Это если репроцессить, а если по житоселу продавать, то лярд 600 мы уже сделали. В аккурат часик прошел. Айба, привет, привет, дружище, привет. Рад тебя видеть, кстати, тоже давно тебя не было очень. Слушай, Кархонту на интервью, если позовет, пойду с превеликим удовольствием, прям. И очень бы интересно было с ним пообщаться непосредственно и про майнинг рассказать, про мое видение каких-то моментов. Ну да, да, если позовет, с большим удовольствием пойду. Но пока не звал. Пока не звал. Так, я чуть-чуть опять, чуть-чуть не прозевал рецикл, хорошо. Хорошо копаем, блин, мне нравится синяя луна, прям приятно по доходу. Пока что это вот именно вот в таком большом объеме, что доступно, и с чего я не буду платить налог, потому что я уже оплатил за аренду. Это самое выгодное, что я копал. Критовая синяя R8 луна, круто. Он в интервью с Йодиком выражал желание взять у меня интервью? Слушай, я еще не смотрел интервью с Йодиком, оно на канале есть у него, да? Блин, ты меня прям заинтриговал, я прям посмотрю обязательно. Слушай, ну круто. А я-то думаю, что он вчера ко мне на стрим приходил? Он же вчера посещал стрим, там поздоровался, так и так. Но он ничего про интервью не говорил, правда, что хочет взять. Блин, я аж это, взбодрился. Ну круто, я с удовольствием. Можете, если к нему на стримчик попадете, написать, что Юра как бы очень-очень будет рад, если мы с ним состыкуемся и... Так, секунду. Если состыкуемся и, ну, проведем интервью такое. Вообще Архонт молодец. Вот эти новостные штуки делает. Формат интервью возрождает, потому что сейчас, по-моему, насколько я знаю, с рустримеров Евки никто подобным не занимался. Ну, по крайней мере, вот крайнее какое-то время. Я помню, когда-то давно, наверное, ну лет 70, может быть, даже 10 назад, была популярна тема подкастов про Еву. Я помню, было и в радио. Я не знаю, кто слушал из вас и в радио. Сейчас оно живо, не живо, по-моему, не живо. Но вот я раньше вот и в радио слушал ребят, и подкасты тоже от этих же ребят были, по какие-то вот тематические по Еве. Вот мне вообще прям прикалывало их слушать. Офигенно. Вот что-то такое наподобие бы. И в нынешних реалиях, если запилить, я думаю, будет очень тоже пользоваться спросом. Ну и для многих интересно будет. Это такая информационная гигиена. Чем, допустим, всякую вот эту желтуху нынешних СМИ слушать, я бы лучше с удовольствием послушал и в радио вновь, как в старые добрые времена. Лярд 600 сделали, блин, вообще прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я доволен. Еще сейчас часочек закрыть, чтобы сегодня вообще 3 лярдика, так?
Ой, я забыл. Нормус переполнился. Так, а что у нас по топляку? Топляк еще есть, нормально. Ну, а я лучше, наверное, топлячка закину. Так, а у меня топлячок. Вот он здесь есть. О, еще 13 тысяч. Вот темба. Так, кто-то переполнился у нас. На крайней лопатке я до них не дошел. Скорее всего, да. Нет, слушай. Кто переполнился? Такой звук был, что как будто две лопаты какие-то переполнены. А, ну все, нашел я. Ага, вот эту пропустил каким-то образом. Даже не понял как. Так, все, сейчас в рецикл. В рецикл надо мне войти снова. Все, супер. Вот мне нравится луны копать. Я не копал еще, конечно, никогда 64-ю. Вот мне интересно, что будет с 64-й луной. И очень мега интересно, что будет с доходностью 64-й луны критовой с синим взрывом. Это будет, наверное, вообще там просто бомба по доходности. У нас в Скорпе есть две 64-й луны. Недавно взяли, скоро вот они должны будут выйти. Я думаю, слетать... Покопать ее обязательно и посмотреть по доходности, что там будет получаться. Я обязательно это сделаю, если мне, ну, как бы разрешат. Что может такое быть, что как бы там будет коллективная копка их. Ну, не может быть, по-любому будет. Но... Тогда я просто, может быть, если стрима не будет, я сниму об этом ролик отдельный. Но именно с моих уст вы узнаете, сколько нынешняя доходность 64-й луны в нулях. Не копал еще ни разу 64-ю. ТГЕВы его пиарят. Архонт упоминает про плач. В ТГЕВы его пиарят. Не в ТГ. Подожди, какой ТГЕВы? Телеграм Евы я не подписан. Можешь в Дискорде кинуть? ВК Евы меня, вот это меня тоже приятно удивило, что ни с того ни с сего просто отметили канал мой там в рекомендации, типа. Ну, приятно было. Архонт, он, ну... Я даже не знаю, что на это отвечать. Ну, я, блин, я... Говорю спасибо Богу, спасибо вам, что вам нравится то, чем я занимаюсь. На самом деле, я когда начинал стримить и думал, ну вот хорошо, Ева, да, в целом, хочу начать с Евы. Состояться вот в этой аудитории, чё стримить? Я всегда любил Маник, думаю, ну, давай буду стримить Маник. А боялся чего? Что людям вообще не зайдет. Что, ну, как бы, довольно-таки сам по себе однообразный контент. Не, и не для всех, но, допустим, мне очень нравится, да. А потом углубился, думаю, там производство, все-все, ладно, рискнул, думаю, попробую. И что меня удивило, сразу получил хороший отклик, то есть, по-видимому, ввиду того, что мало кто стримит про вот именно серьезный майнинг, да, основательно. Получилось так, что, да, сегодня вот я стримлю в понедельник, онлайн 50+, ребята общаются в чатике, все хорошо. Меня это мотивирует на самом деле. Сейчас вот куча роликов готовится, именно не стримовых, а касательно майнинга, там вот про кораблики, про мое видение как лучше, про if превью с настройкой там хоткеев.
про производство также, про вот вылет был для рарководов у нас. Тестировали мою рорку бомбами, как дефаться и тому прочее, чтобы какая-то тренировка была. Это тоже на подходе. Просто сейчас надо будет собраться. Все это уже домонтировать, так скажем. И скоро будет прям цикл роликов большой выходить. Уже полезных таких, не длинных. Тоже думаю, в текущих реалиях Евы многим будет полезно. Новичкам. Ну да, смотрите, вот эта часть прям поредела уже прям так. Нормально поредела. Ну чаль, да, ё-моё, топовая рорка. И 12 халков пятерочку прокачанных. Тут как бы должно отлетать все более-менее быстро. Конечно, я вот уже привык к этим кокошкам. Сейчас еще вот просто я понимаю, что хоткеем еще привыкну, когда с ИФЕ превью вот эта переключалка будет нормально у меня отрабатывать. То в принципе, я думаю, можно еще больше ока накинуть. Можно будет еще 3 лопатки в будущем сделать. Ну сейчас с этими разберусь, с оплатой. Посмотрим, возможно, еще 3 заведем. Но тогда мне надо будет... У меня есть второй системник, тоже довольно-таки неплохой. А тогда мне надо будет делать стрим с двух компов. Чтобы вот этот основной комп чисто для окон, для Евки. А второй комп для ОБСки. Карта захвата, в принципе, есть. Тоже можно будет организовать. Потому что я уже, допустим, 12 окон, но довольно-таки неплохо менеджмент. То есть мне уже как бы это не доставляет прям такого мозгогипения, чтобы успевать за всеми. Ну все, начались вот эти самые мысли. Да-да-да-да-да-да. Я уже свыкся с 12 лопатами. Думаю, наверное... Ладно. Оплатим. То, что есть сейчас. Хотя бы месяца на 3. И там посмотрим. Так, тут у нас... Тут у нас Старскримы летают. Блин, ну ладно, они далековато пока, но этот Intel поглядывай, Санта. На всякий. Я тоже как бы подглядываю, слежу. Глазки у меня рядышком стоят. Ну если вот они просто зашли 7 тел, они уже летают, ищут приключений, поэтому они могут и сюда забежать. Потому что они этот, Санта, слышишь, в С6 тусуются. Прям. Чуть-чуть расколбас пошел, рассинхрон. Ну да, у меня только если сич. Ну вроде как 911 сегодня активный. Будем поглядывать, в общем, смотрим. Ева. Интересно, что будет этот ивент зимний, майнеровский. Я на семье остановился, но везде по 3 перса, планетарка и не основных.
Блин, а я так не могу на аккаунте 3 перса держать. Меня что-то как-то прям это смущает. Я вот... У меня даже с одним набором вот для мейна есть этих две штуки одновременной прокачки, но я их не использую, потому что мне проще отдельное окошко завести. Ну, если прям какие-то нужны. Ну, конечно, я могу ошибаться. Но опять же, тут кто как. Просто для меня, если персонаж какой-то есть, ты его заводишь, ты его должен одновременно со всеми загрузить в игру, и чтобы он был в игре. Я к этому так отношусь. Возможно, есть другая точка мышления, что типа подходится мышление к аккаунту. То есть есть аккаунт, типа, если можно на нем три разных чара сделать. Но тут опять же, тебе, чтобы прокачивать одновременно там два перса на аккаунте, тебе нужно покупать эту лицензию одновременного обучения. Что, в принципе, то же самое, что и Омега там на второе окно. Четыряка по три персонажа, еще 12 болвана, которым надо просто вывести в Омегу. Ну да, планетарка, я вот уже примерно так попотыкал, подергал. Планетарочка — это что-то такое прям тоже с чайком, с кофейком. На недельку надо зависать будет. Но зато ты настроил один раз. Один раз ее всю настроил. И там что там, раз в две недели, грубо говоря, переставляешь все, что ты настроил. И забираешь. Я так понимаю, планетарка в нулях, если ты нормально все как бы проставил, примерно может 2 лирда на персонажа приносить. Я же правильно понимаю? Просто, не, в месяц имею в виду. А считай, если вот даже вот у меня 14 окон. Если вот так вот в пассиве там раз, два раза в месяц я там собрал, переставил по 2 лирда, это, блин, нормально прям получается. Митя, не переплюнь папу, некогда. Ну вот-вот, я и говорю, а представляешь, на 14 лаков, вообще прикольно. То есть планетарка нужна, да. Сейчас вот разберемся, говорю, лопатки прокачались. Сейчас вот с дрончиками закроются вот эти скиллы. И я займусь прям плотненько планетаркой. Почему не занимался ей плотненько вот до этого? Потому что я жду, пока прокачаются на всех лопатах. Потому что если выставляться, уже делать что-то глобальное, делать уже всей пачкой аккаунтов. Надо становиться йодиком, чтобы поднимать свою планетарку, да. Я... не настолько прям знаю йодика, но я понимаю, что это легендарный вообще человек. Это круто. Это человек, который, я так понял, очень-очень в производственной теме разбирается. Блин, а у него, у йодика есть канал на ютубе? Он стримит вообще, нет? Он не стример? А, Twitch. Он периодически стримит на Твиче. Понял. Он на Твиче стримит. А что стримит он обычно? Я имею в виду, вот какой контент? Тоже майнинг? Или что-то вот именно такое, прям углубление в производство по-настоящему, вот, по-серьезному? Просто никогда не попадал на его стримы, допустим, там. Но Злого Херона все знают. Э-
Ньюмайра знают, Биста знают, Архонта знают. Я уже вот так, Биг Сутенер сейчас частенько стримит. А, он прикидывание о компланетарке? Все, понял, понял, но он нашел свое вот именно в этом. Ну круто. Видите, у нас уже сообщество стримеров как организовывается. Кто-то сканит, кто-то пвпшит, кто-то проходит всякие там арки, да, и вот вообще путь там вот этих всех ивентов и так далее. Кто-то вот планетарку делает, кто-то как я копает. Архон, да, по-моему, еще по производству нет-нет стримы делает. Тоже, кстати, надо будет в записи посмотреть. Уже образовалось такое довольно-таки внушительное русло общества. Как и среди стримеров, так и среди игроков. Видите, в чем еще, на мой взгляд, Ева в свое время, ну вот на мой взгляд, если так порассуждать, мне так кажется, что Ева в свое время, она просто чуть-чуть обогнала свое время, поэтому у нее не было такой бешеной популярности. Сейчас уже, когда подпилили и графонии, и вот эти все вещи, Санта, там непись, запилишь, пожалуйста. Когда подкрутили графонии и все вот эти остальные вещи, мне кажется, и сейчас при должном маркетинге может получиться так, что Ева станет там одной из популярных ММО в целом. Да, конечно, формат не для всех, не для каждого, но они, может, где-то чуть-чуть еще подказували, что-то добавят, и может так случиться, что Ева, да, одна будет из самых топовых ММОшек. Хотя всю эту армию любителей корейщины, типа там Lineage, ну вот такое вот фэнтезийного жанра, наверное, все-таки в космический жанр не затянешь. Тут может исключением только быть, если, допустим, представляете, Евку, так скажем, сделать какой-то гибрид сюда, добавить контент, который будет вот с этой фэнтезийной частью как-то интегрироваться. Ну, типа, какая-нибудь планета, там будут какие-то эльфы, там свои там орки и так далее. Ну, это, конечно, прям вообще дикий бред я сейчас несу. Но если такое запылить, тогда, конечно, да. Тогда Ева будет уже не Евой. Ну, вообще как-то странно. Я, допустим, я начинал вообще свой путь в ММО когда-то давно, будучи студентом, с Lineage 2, с линейки. И мне прям тогда вот прям нравилась вот эта вся фэнтезийная штука. А после вот этих нескольких лет в Еве я, ну, попробовал еще там, опять же, я играл раньше в Архейдж. А сейчас, допустим, вот зайдя вот в эту вот фэнтезийную тему, я вот пробовал же Black Desert. Да, красиво, да, вот, ну, как бы, вроде как, но, блин, не мое уже. Вот как-то ты привык вот к этому всему простору, космосу. Как-то уже в башке не стыкуется. Возможно, просто надо какое-то время на переключение, но вот именно одна-две игровые сессии, как бы, и все, и больше не захочется в этот фэнтезийный мир уходить. Хотя вот вроде ребята вчера на стриме сказали, я, если честно, не слежу за вот этими ММОшками другими, но сказали такую весть, что скоро выходит Архейдж 2. Вот на это бы я хотел посмотреть, конечно, очень. А с World of Warcraft, кстати, хотел, блин, этот установить тоже, посмотреть, что там к чему. Не могу просто тупо поставить ее, даже залогиниться в этот, на сайте у Близзардов. Она, короче, просит меня ввести код с смс-ки. Я его ввожу, она просит меня там повернуть, короче, там какую-то зверюшку в сторону руки. Я ее поворачиваю, и, собственно, и все. И она заново мне, короче, посылает смс-ку и опять просит эту зверюку, короче, покрутить, повертеть. Ну, такая тема. Вот я к чему, мысль-то продолжу.
Почему Евка в свое время обогнала, на мой взгляд, свое время? Потому что такое количество обилия контента даже тогда уже было запредельным. А сейчас, допустим, вот если вы смотрите, если сейчас приходит новичок, допустим, с какой-нибудь, я не знаю, с того же Архейджа, или с того же, не знаю, с той же линейки там. А если он еще, допустим, хорошо играл там в КС-ку, пилил там в Доту, такие сессионные игрулечки, и тут он такой раз приходит в Евку. Ага, что тут делать? Ему с одного, короче, угла говорят, можешь сделать это, с третьего это, короче. И, короче, у него там сразу голова пухнет, что столько всего здесь занятий. И чтобы каждое из этих занятий вообще попробовать, надо, короче, кучу времени потратить на скиллы, на изучение и тому прочее, да. Поэтому надо новичкам объяснять, что Ева, да, она многогранна. И просто если тебе что-то понравилось... Ты вообще не смотришь на что-то другое и фигачишь, пробуешь это. Иначе, если постараться, типа, знаете, как вот бывает такая методология у людей, типа, вот в игрушку новую приходят, про которую они не знают там ничего, только-только вот, и пытаются сразу понять за всех, короче. То есть я таких людей встречал, допустим, они... ну, та же, допустим, фэнтезийная тематика какая-то новая выходит. Они скачивают, и вот у них там пару дней, короче, они все типа персонажей создают. Ну, допустим, там лучник, там этот. Пробуют, короче, за каждого там чуть-чуть прокачаться, чё, как это выглядит. Потом там все типы, короче, ну, все, что можно позаниматься, пытаются всем позаниматься, чтобы понять. Вот, мне кажется, если такой человек залезет в Евку, он либо на очень-очень долгий период в нее прям углубится, что его не вытащишь с нее, либо он просто, как бы, мозг скажет стоп, ну, типа, чтобы не перегружаться сильно, и он просто больше в Еву не зайдет. И вот это, да, отчасти, конечно, тоже проблема, да, то есть, как бы, современное общество, особенно молодежь, ну, я говорю там про 15, там, 12, 14 лет. Кабаш, привет, спасибо за подписочку на ютубчик. У них клиповое мышление за счет вот сейчас социальных сетей наших, да, ТикТока. И для них, да, порог вхождения в Евку, конечно, очень сложный. Потому что, как бы, как такового экшена нету, но есть вот своя прелесть Евы именно вот в ее неспешности. Фуми, проблема Евы, ее изначальная сложность. Но CSP все более оказуаливают ее. Да я бы не сказал, что они ее прям оказуаливают. Вот в каком месте-то ее оказуалили? Она как была вот это вот с кучей всего. Она так и остается. Они, может быть, просто сейчас какие-то вот эти вещи, ну, для, так скажем, там, для хаев, там, эту ауру, там, больше сделали каких-то обучающих вот этих миссий, чтобы изначально, да, завлечь этими квестами. Но просто ты когда уже понимаешь спустя там время, да, игры, что в принципе эти квесты-то они как мокрому припарка. Хотя, может быть, я не проходил, но я честно, я вот эти новые квесты не смотрел. Возможно, надо будет как-нибудь, может быть, взять нового персонажика, создать прям совсем новенького и поехать прям изначально пройти все эти обучающие миссии. Архон, по-моему, про это, да, стримил, делал. Я так мельком, помню, смотрел. Ну, короче, пройти все эти миссии обучающие, пройти там миссии, которые идут там... эти, скажите мне... Эпикарки пройти, короче... возможно, да, я пойму эту Еву новую. Максимус, привет, спасибо за фоллоу. Привет, присоединяйся. А с другой стороны, как бы тут еще такой момент, что вот этот высокий порог вхождения в Еву, он может быть и неплохо, что он такой высокий. К чему я веду? Допустим, все, наверное, видели там в линейке, в той же самом. Ну, в Вове поменьше, потому что он платный. Mm-hmm.
как общаются, допустим. Есть какие-то прям совсем-совсем школьники, которые там, ну, из чатиков просто ужас какой-то делают. А вот у нас, допустим, вот как пример, да, наша корпорация. Основной возраст — это 40 плюс дядьки. Ну, как бы, блин, прикольно. И, соответственно, все адекватные люди. Хотелось бы, конечно, чтобы было прям побольше людей в Евы. Ну хотя, в целом, вот сейчас сколько ланчер показывает? Сколько сейчас онлайн у Евки? 30 тысяч игроков сейчас. Ну ладно, не игроков, а 30 тысяч аккаунтов сейчас в игре. Довольно-таки нехило. Это если брать, допустим, тот же самый Архейдж. Ну вот так, для примера, для сравнения, да? Тут там, по-моему, сервера, максимальная загрузка 3000, да, на сервере? Ну вот сколько сейчас активных серверов, вот прям, которые под завязку? По-моему, там мало прям. Нету таких показателей. То есть Евка довольно-таки популярна уже сейчас на фоне других ММОшек. Папа, я не хочу нули. Так, 700к СП тебе и не нужны. Стал много кушать. Ты про что говоришь? Про какие 700к СП? Ну эти нули, хаи жирные и так. Не надо брать АА для сравнения. Что угодно лучше АА. Не, ну а что угодно? Например. Ну вот просто интересно. Я не ругаюсь. Раньше из России проще было оплачивать Еву. Сейчас же сплошной гемор. Ну понятно, когда-то это кончится, я надеюсь. Очень хорошо, что Евку можно проплачивать плексами. Вот это вот прям очень хорошо. А, ауру выдает. Вами можно получить 700 кафе на перса. Блин, ну прикольно. Это получается, если я всеми лопатками пройду полностью вот эту всю АМИ. Я еще плюс по 750 лямов. Ой, по 750 тысяч получу, да? Ну, кстати, можно будет тоже такой челлендж попробовать сделать. 750 тысяч не лишние, это почти лямчик. Нормально. Прям нормально. Ох, осьминог, осьминог какой. Красиво, хочу выставить, как красиво сделать. Во, вот так. Во, вот так. Надо скринчик с луны сделать, вот такой. Так, сейчас лопаты переполнятся. Быстрее, 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 быстрее. Я вот, к
кстати, момент такой, немножко не понимаю, почему. Все же помнят эти хождения по станциям, когда сделали. Когда каюта своя была, там выходишь на балкончик, у тебя там вот, который выбранный корабль, у тебя там висит твой. Блин, ну круто же было, вот кто помнит? Почему убрали эту штуку? Как минимум, зачем? Я не совсем понял. Это реально была крутая штука в игре. Я думал, ее будут развивать как-то, может быть, какие-то там... не знаю, ну какие-то... Новые там, допустим, залы какие-то, может быть, станции сделают там с лифтами туда-сюда. Нет, все просто зарубили. И я сейчас не совсем понимаю, на кой черт шмотки нужны. Ну, то есть, типа, я вот... Вот здесь посмотреть... Вот здесь вот посмотреть, типа, какие на мне шмотки. Ну, типа, зачем? Вот это отказ, вот это, наверное, уже совсем тогда, да, казуальность была бы. Ну, она интересна была бы. То есть, представляете, контент, который есть в космосе, да? То есть, то, что вот мы сейчас вот видим и играем уже много лет все. И, допустим, контент, который они могли развивать, контент, который внутри станции. То есть ты можешь куда-нибудь на станции там побродить, походить. То есть там же, допустим, в тех же самых хаях, если взять, очень много людей живут на станции. Да даже вот если у нас в Гунах в 1DQ там по 700 человек онлайна в системе. Прикиньте, они там сидят все на этом 1S Palace. И можно со всеми походить, там что-нибудь там, какие-то внутренние соревнования там поделать. Да и же просто тоже там кому-то помахать, там потанцевать, постоять. Ну это прикольно, я не знаю, почему от этого отказались, но это было бы прикольно. Я бы от этого тащился. Просто, допустим, даже вот пока ты там сидишь в доке, да, там ждешь, допустим, страт вылета, там ждешь пинга, да, когда будет пинг, у тебя там еще, может быть, минут 40. И ты типа можешь там побегать по станции, может быть, какие-то мини-игры добавить, да? Блин, те же нарды, допустим. Те же нарды или там шахмат, или еще что-нибудь, пинг-понг с другими игроками, то есть взаимодействие игроков. Прикиньте бы, как круто было. Типа ты сидишь такой, пойдем в нардишки, короче, там, в том-то холле, короче, перекинемся, все, ты там приходишь, ты приходится корп, может быть, зрители еще там посидеть, посмотреть, и ты в нардишке, короче, пилишь там где-нибудь на станции. Блин, вообще шикарно же было бы. Почему в этом не развивать направление? Типа раз, о, пойдем посмотрим, ага, локал, а у тебя локал не вот так выведен формой, да, а где-нибудь на экране там этот внутри. Это бы просто открыло такой пласт вообще в целом для контент-мейкеров по Еве. То есть это люди бы могли целые фильмы начать снимать. Ну вот они и так есть такие прикольненькие, но представляете, насколько, да, раскрылась бы Евка вот в этом плане? И сколько интереса бы было к этому? Не хотят? Так, чатик, сейчас я прокину на выгрузку. Да, ходили слухи, что развивать будут. Ходили, да, вот не развивают почему-то. Штука была прикольная, но непонятно, развивать эту тему просто перестали, наверное. Ванька, привет, привет. Серверы не потянули. Да брось, я думаю, там не особо чего-то там сложного. Те же самые, допустим, же сессионные, видишь? Вот взять те же самые, допустим, там, архейдж, да, всякие там. Да, вот ту же самую, не знаю, там, колду, да? То есть у тебя станция, допустим, там, она может, ну, мне кажется, 1000 человек запросто вот по вот этому моменту потянуть. Если это как вот отдельное там, ну да, по оборудованию нужно было бы много, но я не думаю, что там что-то нереализуемо в плане серверной части. Я говорю, ту же самую линейку посмотри там на осадах, сколько народу бывает там. Ну, тоже довольно-таки много народу. Ну, то же самое и тут.
И тем более там нету взаимодействия ПВП как такового, чтобы вот там, допустим, расчет какой-то был сложный. Это просто как бы, ну, такая бродилочка. Я говорю, какие-то мини-игры, которые просто один на один, там, я говорю, там, нардики, там, что-нибудь еще, какие-нибудь пулялочки, стрелялочки. Ванька Скайуокер, Архон хочет, планирует у тебя взять интервью. Блин, да, сегодня уже обсуждали, круто. Я очень рад, если он меня позовет на интервью, это будет просто пушка. Заряд мотивации и вообще очень интересная движуха. Поэтому я всеми пятью конечностями за. Я надеюсь, мы в ближайшее время с ним спишемся и обсудим эти детали все. Майнинг. Так. Ага. Майнинг бустер, гетанувшая луна и 40 окон хотя бы бат оркой. Вот это я понимаю, геймплей конвейер по перевозке руды. Ну да. Тогда ты свои 13 окон не подлогинишь. И тут Остапа понесло, но если еле... Ну да. Вань, ну конечно пятью, а скольки? У мужчины же 5 конечностей. Эч, не успел, чуть-чуть не успел. О, тут даже еще подождать придется, хорошо. Вот такие вот дела. Такие вот дела, ребятки. Фантазии, конечно, много, но вот, блин. Возможно, были какие-то причины, и они объясняли, почему они отказались от этой вот линии этого контента. Ну что, я же за себя говорю, при чем здесь там мужик? Вот тут тоже мысли какие-то странные. Тут же вопрос, я не знаю, у нас так принято говорить, типа, когда ты за вообще полностью всем, ты говоришь, я там за пятью конечностями. Ладно, проехали. Шутка не зашла, так скажем. Так вот, сидишь под сиджом, не очкуешь? Да блин, очкую! Прям конкретно очкую, вот поглядываю, я говорю, у меня тут сейчас взгляд туда-сюда, я весь во внимании, немножко прям такое себе, короче. Я больше очкую из-за этой тенга клочной, которая здесь висит, но как бы Санта тут подогнал Нидхагур с ватерами. Ага, поэтому... Как бы уже не так слишком этот, страшно. Плюс 50 дронов у нас висит. Я больше очкую, сейчас какие-то ребята вот тут гангами летают. Я вот смотрю по интелу. Как бы они просто ко мне сюда в закуточек этот не пошли. Это будет страшненько. Статистику посмотрела, CCP. Человек-паук получается? Да-да-да, так и есть. А, я видел, да, я видел, что на тебя туда улетело, да. Вячеслав, а можешь поподробнее, пожалуйста, если не трудно, так. Распиши, что там получается по статистике не то. Чего там CCP увидели в статистике, что их заставило отказаться от системы вот этой? Что типа никто не пользовался этим? Ты имеешь в виду в этом вопрос? Значит, а мы тут уже прям нормально копнули. Уже почти, наверное, 2 лярда. Надо будет сейчас по Джанису, кстати, чекнуть. Ну, такими темпами, глядишь, я действительно этот месяц оплачу лопатки уже чисто исками. Мне даже не 35, мне 30 лярдов надо. Ну, наверное, уже больше половины у меня есть. Кстати, надо будет в среду сделать ревизию. Все-таки у нас общая цель, наверное, стримовая такая. Проплатить 12 лопат именно за счет
того, что мы копаем, а не с карты. Да, в среду давайте проведем ревизию, чтобы понимать хотя бы, сколько нам еще копать. Может быть, даже контракты кинем на продажу. Потому что руды у меня там дофига. У меня здесь руда, в этой системе руда, в системе, где лед, плюс куча еще минералов. Я там по ошибке перерабатывал. Короче, посмотрим. Может быть, и такой вот стримчик сделаем в среду, именно инвентаризации, так скажем. Стрим инвентаризации, что у нас есть, чем мы там можем продать, какую сумму выручить. Ребят, всем привет, привет. Я смотрю, там Twitch у нас проснулся. А как Джанисом пользоваться? Да, просто копируешь все, что у тебя есть в карго. Вставляешь вот на главный экран Джанис, заходишь просто. Туда вставляешь то, что получился текст у тебя, который. И все, она тебе показывает оценку по жито цел, по жито бай. Ты также можешь там сделать репроцесс, если это руда. И посмотреть уже, сколько будет у тебя там выходить по, опять же, по житосел, по житобай. Уже, допустим, не руды, а минералов из этой руды. Сейчас, я это сейчас в конце покажу. Я, наверное, еще буквально там полчасика и буду потихоньку сворачиваться, потому что у меня уже пол первого ночи. Я покажу, мы итог подведем по Жанису, посмотрим, сколько у нас сегодня получилось выкопать. Даже с учетом того, что у нас здесь Ковро Тенгу висит. Блин, вот это вот, кстати, может сыграть злую шутку сейчас со мной. Объясню, почему. То есть я сейчас, типа, покопал, он нам ничего не сделал. Я могу в следующий раз расслабиться. И, допустим, даже с каким-нибудь другим нейтралом или минусом в системе вылететь копать. И вот это вот, кстати, я себя знаю, я могу сейчас расслабиться по этому поводу. На непосредственно, что мало народа, там около 3%. Понятно. На Уфик, джекпот карповый? Нет, это моя луна синенькая. Я взял, короче, 4 луны в аренду у карпы. Но чисто в личное пользование. И вот первая луна вышла вчера. Я ее взорвал, и получился вот синий взрыв. Причем так прикольно, говорю, это вообще первый раз я взрывал луну. Ну, никогда такой этот контент еще не видел. И тут бах, короче, первая моя луна. Причем и арендованная первая, и взорванная первая. И синий взрыв. Прикольно. Ну, доходная, блин. Это, учитывая, что это простая R8, 1,6 лярда в час с нее получать прям приятно. Вот такая вот история. Тут упустил, на рорке дроны пользуешься? Но сейчас дрончики у меня боевые заряжены. А вообще, да, если луну копаю, экскаваторами накопаю. Но на гравиках и на льду я дронами не пользуюсь. Уж слишком большой уровень отхода от них. А если, допустим, луны, то да. Руслан, ну смотри, уже смысла нету тебе, а потому что сейчас, ну минут через, наверное, даже 15 я уже буду сворачиваться, может быть даже и сейчас. Потому что, говорю, 35 минут первого сейчас, мне надо до часа уже все сделать и лечь спать, завтра вставать рано утром по делам. Поэтому давай контактики сохраним. Если что, покопаем, как бы, я не знаю, завтра я буду копать точно, вне стрима, в среду. В общем, всегда рад видеть. Ну и, кстати, можешь прилетать, вот луна 7.11, систему ты знаешь, можешь прилетать, покопать руду здесь. Ну вот луну эту, я не против. 12 окон на R8, 6 как... КК в час. Это
это ты еще не рефанил, да. Так, давайте по одному. Ванька, смотри, получается... это 12 лопаток. Вообще окон 14, но получается одно это цинка на фальконе, рорка как бонусник и 12 халков. Вот 12 халков под роркой вот эту луну копают в час 1,6 лярда. То есть вот эта вот пачка всего, ну, как по мне, это очень неплохой результат. Ну, это R8 синяя, да. Соответственно, если будет какая-нибудь R32 даже, опять же, синяя, там очень будет повыше уровень доходности. Но, в принципе, у меня даже как бы и это достаточно. А вот если как человек в чате пишет, что R8 с джекпотом, ну вот R8 кританутая, получается, вот пишет, что 15 лярдов можно с нее достать. Ну офигенно, получается, вот две такие луны срыл в месяц, кританутые, и проплатил флот лопаток. Круто. Причем это кажется, что это долго она копается. Ну конечно, вот мы сейчас что, мы там копаем сейчас, может, часа два, да? Но я думаю, если там часов за 5, за 6 ее можно выкопать вот в 12 скалков соло. Ребят, кто с лунами дружит, пожалуйста. Я вот что-то вчера искал эту информацию. Ну, не прям так рыл, короче, но бегло попорылся и не нашел. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Давайте экскаваторов еще сейчас выпущу, чуть экскаваторами покопаю. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Сколько вот я... У меня вчера эта луна, я ее взорвал примерно вот в вечернее время, да? Перед началом стрима, там, может, часов 8 вечера по-нашему. Сколько живет вот эта руда в космосе? Я так знаю, она пропадает. Сколько дней эта руда не пропадает? И сколько у меня есть времени, чтобы ее выкопать? Подскажите. Да, я тоже понимаю, что часто критовать не будет, и знаю, что это довольно-таки редкий случай. Мне просто очень понравилось, что первая луна просто моя, да, которую я взрывал, она кританутая стала. Ну, типа повезло. 3 дня. Короче, завтра будут вторые сутки. У нас как раз-таки до среды, да? До среды. Мне, по идее, бы завтра получается прям ее тоже покопать хотя бы днем, пока она не пропала. Пока она не пропала. А может, тогда и сегодня ее покопать тогда уже. Просто получается, если вчера, сегодня сутки, завтра вечером это 2 суток. В среду вечером это 3 суток. То есть в среду вечером ее уже не будет доступна для копки. Она уже пропадет. То есть по сути мне ее завтра надо копать. И послезавтра по дню до вечера. Ну блин, надо ее выкапывать. Надо выкапывать. Что жалко будет, если пропадет. Если простая была, то ладно, фиг с ним там по мере возможности, да. А все-таки синенькую то лучше выкапывать в ноль. Так, чатик, я что-то прям за этот подзавис немножко, замедитировал. Сейчас я почитаю обязательно. Да уже хочется просто копнуть на оплату, чтобы вот свой этот внутренний закрыть в моменте, который я себе поставил, чтобы оплатить именно исками весь флот. Уже пора бы, потому что халки в 5, рорка топовая.
Все, просто оплату сделать и уже заняться производством. Блин, как я хочу уже начать производство. Мне прям уже позарез нужна джамфура. А я ввиду своего вот этого, блин, немножко дурного характера говорю, я ее могу купить, эту джамфуру. Но нет, мне надо ее построить. Вот такая сейчас фишка, короче, в башке. Надо поскорее построить уже чарон и строить джамфуру. И уже начать такой какой-то движняк по производству и там прочее. Так, вроде 3 дня примерно. Ригу надо в Аттонор. В Риге нету нифига, там только ядро. А если стоять в гриде билта, то он не пропадает. А почему ты без сжатия на лопатах копаешь? Тут кнопок сжать надо больше, чем на мародере. Кибернетики на... в 5 на лопатках? Нет, кибернетики нет в 5 еще на лопатках. Объясняю, почему я не сжимаю на лопатках. Вот ты прикинь, я раньше так копал, кстати. Это мне надо в каждой лопатке прожать, короче, сжатие и тому прочее. Это капец геморройно. Это много очень кликов. А сейчас смотри, я просто все скидываю во фрейд контейнер, который я выпустил в космос с Рорки. В нем 250 тысяч кубов места. То есть я просто вот скидываю быстренько, да, для меня это прям вообще быстренько. Еще к следующему стриму я настрою хоткей на переключение и for превью. Это будет прям вообще на автомате. Тын-тын-тын. Быстренько прокинул. Вот я прокинул. Ну вот буквально одним движением, да, тут как бы вообще простенько. И все, и потом я просто зашел в Рорку, вот это вот все выделил, то что этот, закинул в Рорку и просто один раз пожал. Зачем мне кучу раз, зачем мне 12 раз сжать в каждый этот прогон, да, если я могу это сделать одним разом. У Рорки 300 тысяч кубов для руды. А, луны сжимаются, почему я сжимаю? Суммарно с рудным отсеком может быть, да, суммарно да, но я для руды использую только рудный отсек, потому что у меня, ну, топляк, понятно, топляк, ангар флота тоже с топляком, с контейнерами, и тут по фиту батарейки это прям вообще обязательно, вот, поэтому вот так. Вот как раз, когда у тебя будут хоткеи, сжимать на лопаток будет быстрее. А чем сжимать? Смотри, я вот, у меня будет хоткей на переключение окон. Я раз скинул, два скинул, но мне не нужно вот это будет движение на переключение мышкой. То есть, видишь, я скинул, веду мышку, чтобы кликнуть по окошку и в превью. То есть сейчас как бы вот основной момент в этом. А тут мне получается, не надо будет убирать мышку. Она вот прямо здесь и будет. Я просто раз переключился и тут же просто одним движением смахнул это в контейнер и все. А хоткей на сжатие его нет уже. Хоткей, чтобы сжать руду, его нету. То есть это надо обязательно правая кнопка мыши сжать. Потом еще наверху кнопочку сжать. И это как бы такое... Такое себе тоже. Вот, поэтому вот так. Общая карга для всякого мусора у меня 26 тысяч для фита. Нет, в том-то и дело, вот смотри просто, вот мне надо вот так сделать, сжать, потом еще одну кнопку нажать. Мне зачем? Если я просто вот сделал, вот выделил, да? Скинул. Выделил, скинул. Даже можно вот так вот там, Ctrl-A, скинул. Ctrl-A, скинул. Ctrl-A, скинул. Ctrl-A. Так, надо, чтобы везде было выбрано еще. А, кстати, да, можно даже мышкой не шевелить так сильно, чтобы вот... А тем более, если есть хоткей на переключение окна, ну это как бы... Не-не, ребят, я уже просто давно копаю. В активной фазе больше года, поэтому... Вот этот вот вариант, который сейчас я использую, это самый оптимальный вариант. Копать вот этот фрейтовый конт и сжимать уже потом. Именно для этого я и использую оровские стрипы, чтобы именно вот это вот удобство у меня было доступно.
Ты мышкой не будешь двигаться, интерфейс выравниваешь и просто кликаешь и переключаешь, Жал, дропнул и все. Да нет, ну уфик, я тебе говорю, просто попробуй покопать в, реально в 12 окон, и ты поймешь, что то, что ты говоришь, это, блин, реально неудобно. Вот то, что я сейчас делаю, вот это как бы оптимально удобно. Ну, по крайней мере, для меня. Висер, привет, привет, спасибо за фоллоу, присоединяйся. Ох, ох, ох. Что происходит? Так, ну тут уже камешки прям... Уже далекие остались только. Если бы я, если бы я понимаю, если была такая кнопка, типа ты выделил, нажал сжать, и она сжалась. Да, возможно, да. Но, говорю, в 12 окон самое... Вот просто даже посмотри, сокращение кликов, ты просто делаешь меньше кликов. Ну, то есть в 12 лопатах прокликнуть, потом еще, как ты говоришь, скинуть в Jettison. Не-не-не. Если ты не пробовал вот именно по тому вот моменту, как я копаю, тебе, возможно, нужно просто попробовать. И ты свое мнение поменяешь. Это реально очень удобно. А, тут схавали уже. Ну, мы, кстати, одну четверть уже луны подкушали. Прям... Я прям доволен сегодняшней копкой, прям очень. Сейчас еще итоги подведем, сколько там у нас по искам получилось, но получилось довольно-таки неплохо. Я уже понимаю, что там больше двух лирдов сделали. А камешки-то отлетают? Ребят, привет-привет, спасибо за фоллоу. Сейчас я к чатик, я к вам вернусь сейчас. Буквально одну секунду. Сейчас прожмусь. Окей. Okay. Привет, я завтра, можно с тобой покопать, было бы в игре, можно списаться. Да, можно. Рубирой, конечно, можно. А ангар флота 40 тысяч кубов там. Нет, ну рорку ты как фуру не используешь. Те же самые минералы ты уже не... Понимаешь, отсек для руды нельзя положить минералы те же самые. А для производства нужно уже таскать будет с татарки на асбельки именно минералы и уже переработанные материалы, которые дохрена весят. И рорка ты не потаскаешь. Да нет, бот, вот кто там пишет про бот? Самый оптимальный вариант — это бот. Осуждаю вообще, осуждаю. Осуждаю ботоводов, осуждаю боты. Нифига, это не самое оптимальное, это самое неправильное, что можно делать. Поверь, я знаю, что говорю. Уфик, по-моему, не знаешь. Либо ты не пробовал копать именно по моей вот этой системе, либо просто не понимаешь, о чем ты говоришь. Если ты говоришь сжимать, говорю, правой кнопкой мыши нажимать, потом нажимать там на эту кнопку сжать наверху, ну ты как минимум делаешь 3 клика. А я вот, чтобы скинуть, я не делаю, грубо говоря, ни одного клика. А, один клик, да, грубо говоря. И то это даже не клик, а просто перетаскивание. То есть я вот выделил все вот просто кнопулей и все. И потом сжимаю один раз. Зачем мне вот этот геморрой с кучей вот этих прожимов в каждой лопате? Зачем мне там трактором что-то тянуть куда-то? Если у меня есть контейнер, я все сюда скинул и все.
Ну ладно, опять же, каждому свое, так скажем. Так, давайте будем потихонечку, наверное, закругляться. Все, сейчас я лопатки. Так, что у нас? Switch я уже выключаю. Линки выключаю. Мы так добренько сегодня копнули прям. Все, сейчас повыбрасываем. А, кстати, дрончиков можно пособирать уже. А, кстати, с рорки тоже дрончиков пособирать. Сейчас, ребят, на тизер прилетим, подведем итоги по этой прекрасной нашей синей луне. Но мне прям очень понравилось. Это одно из самых доходных ресурсов. Один из самых доходных ресурсов, которые я копал, будучи в нулях. Пока 32-64 луны еще не щупал, но вот именно кританутый R8 дает больше, чем лед, больше, чем гравики. Так, все, дрончики. Дрончиков давайте собираем. Так, собираем руду. Сейчас надо успеть ее пожать быстренько. Все, луду жмем. Это забираем. Сам конт надо лопнуть. А хотя нет, зачем его лопать? Я еще завтра утречком прилечу. Да, я еще завтра утречком прилечу, покопаю с утреца. Вот, поэтому пусть конт будет. Так, давайте лопатки сейчас уже сразу отправляем на парковочку. Так, линки вырубились. Нам надо будет дозаправочку сделать. Прям нормально, водички мы схавали. Так, раз в полчаса халка плюс хватает сжимания. Понятно. Ну смотри, у меня 12 халков и рорка. Я копаю астероиды, луны меньше денег приносят. За 50 минут я выкапываю колоссал. Так вот, если ты посмотришь, у тебя часто идут пропуски циклов. У меня по той системе, что я тебе сказал, если время даже работать между сжатием руды. Нет, уфик, у меня пропуски только потому, что я отвлекаюсь на чатик. И это единственная причина моих пропусков. А так, если я без стрима копаю, это на... Их нету, ты как бы просто там втачиваешься, сосредотачиваешься вот этот момент и все. А, все, все улетели, окей. Так, сейчас, Сидж. Угу. Включаю варп-двигатель. Санта, кстати, спасибо за компанию. Очень, очень, очень прям с тобой было спокойно, с твоей нитхой на чеку, которая стояла. Прям очень спасибо большое. Я, наверное, если бы тебя не было, прям очень извелся бы на нервы. А так прям весело, классно покопали, хорошо. Ты, кстати, можешь эту луну покопать? А, у тебя бонусов нету. Ну, если что, я завтра буду копать, наверное, утром. И днем надо, потому что я не хочу ее оставлять, чтобы она сгорела. Хочу все-таки ее всю выкопать, поэтому... Поэтому так, мониторь, если буду онлайн, сразу личку кидай. Вместе покопаем. Кавабакава, привет-привет, доброе время суток, привет. Почему, кстати, копка R4, а не R64? Ну, потому что у меня нету доступа к R64. Вот просто, у меня есть моя арендованная луна, которая R8, которая дала крит. Вот поэтому копаем сегодня ее. Фоллоу только потому, что комменты нельзя без фоллоу поставить. Ну все, понял. Если только поэтому, но все равно спасибо.
Подскажи, сколько процентов бонуса тройки для флота интересно? 161% на дальность, 61,5% на этот на время цикла. То есть по у Халка под оровскими стрипами, под бонусами, получается цикл 50 секунд всего. Да-да-да, никаких ботов нельзя использовать. На какой ник тебе написать можно? На Юрий Прудников, это мой персонаж ингейм, такой же, как и, собственно, везде. Вот Юрий Прудников. Сейчас, секундочку, не видно. Вот сюда можно писать ингейм. У тебя движение лишнее с перетаскиванием. Хорошо. Манжур, а вот это вот движение, нажать на правую кнопку мыши, выбрать здесь сжать, потом появляется вот тут вот окошко с сжималкой, нажать кнопку сжать, это не лишнее действие, по-вашему? Кава-бакава, блин, да я чуть-чуть, ты зашел немножко не в то время, когда я обращаю внимание на чатик. Все, я сейчас с чатиком, поэтому если есть вопросы, пиши. Че там? Так, чатик, давайте так чуть-чуть пообщаемся. Спасибо, парни, спасибо, Морго. Пагам. Пока, как всегда, вовремя. Спасибо, молодец. О, тоже начинает, тоже копатель. Привет. Привет. Рад, что в нашем копательном кругу прибыло. Решено тебя слить? Дед Мазай? Кого меня слить? А, так, стоп. В Гунах R8 идет в аренду. Оно же по цене как R4. Такое же не ставят обычно от Аноры. Нет, у нас, я уже объяснял, Карпа в свое время взяла много лун. И тут недавно ревизию проводили и нашли много лун, которые, так скажем, не используются, не копались. И было предложено либо их... Да-да-да, привет. Ребят, всем привет. Но я уже закругляюсь, давайте... Завтрачка совместную копку сделаем. И получается, чтобы эти луны не ушли с карпы и их не продали, не отказались, Сео сказал, кто хотите, если хотите, вы можете взять себе в аренду, в личное пользование. А мне, так как я вообще как бы никогда и у меня не было чего-то такого, я, соответственно, подумал и взял луны именно в тех системах, где моя инфраструктура есть. Ну, как бы ни разу не пожалел. И вот сейчас до 20 числа еще 3 луны выйдет, и все будем их копать. А, много нового знал с твоих видео. Спасибо, я стараюсь, чтобы стараюсь. Но видишь, стримы немножко длинные. Я вот прошлый стрим, кстати, я сейчас каждый стрим буду размечать по таймингам, где важны какие-то моменты. Если вот прошлый стрим посмотришь сейчас в записи на ютубе, там как раз таки вот это сейчас и есть новшество. Ну и плюс еще скоро будет очень много роликов обучающих и в целом вот коротеньких таких, не стримовых, а отдельно записанных по вот этому направлению майнинг, производство, ну и в целом по Евке. Стример, какой у тебя ник основой в Еве? Вот же я показывал же, Юрий Прудников. Вы не видите, вот он, Юрий Прудников. По цене топляка хотя бы аренда. Вот смотри, мне 4 системы обошлись в 533 миллиона в месяц за все. Так, давайте-ка наш заветный Джанис откроем. Так, вам видно? Вам не видно? Видно? Видно, наверное, да? Вот то, что мы накопали, сейчас мы пробьем. Так, итого, смотрите, вот за стримчик мы копали, наверное, часика 2, наверное, да? Да. 2 часика, даже меньше 2 часов, наверное. Час 50.
Короче, если сейчас по житоселу это все продавать, 3,5 лярда, но мы как бы просто сделаем репроцесс. Репроцесс на мои скиллы на 89. Так, итого получается 2600 мы копнули. Ну, 2,5 по житобаю, если сейчас репроцессить. Ну, соответственно, если это все пустить в производство, это, ну, где-то 0 лярдов будет под 5, там, 4,8. Ну, я считаю, неплохо. Вот так вот потихонечку там за разговорами 2,5 лярдика поднять. Разве плохо? Я считаю, нет. Очень даже хорошо. Это R8 луна, казалось бы, типа самая шлаковая луна, да? Но за счет того, что она имеет синий взрыв, она кританула, как бы очень неплохая доходность с нее. С гравиков было бы поменьше, конечно. Так, это сложно. Я со стримером пытался говорить, а ты полез. Кавабака, ну задавай вопросы. Что-то ты прям так это... Видать, какие-то есть вопросы. Так, нормально так, 2 омеги за пару часов. Ну не 2 омеги, одна. Одна. Омега 2,5 лир даже сейчас. Почем, блексы? Секундочку. Нет, да, 2,5 лирда плекс омега. Ну, одну омегу отбили. Ну, мои скиллы 0,89. Возможно, через кого-то можно побольше сделать. У меня не топовые скиллы на переработку. Копка под нейтралом в системе с почином тебя. Выходим на новый уровень. Дальше понимаешь жестче. О, кстати, Санта, да, я же говорил, это может сыграть злую шутку. Но, опять же, мы получили опыт, да? Какой опыт? Мы прочекали, что за нейтрал. Пробили его киллборду. Посмотрели, что это не дропольщик, что это просто соло от Энга, которая пакостит нет-нет маленьким там индусиком, еще там кому-то соло лопаткам. Вот, и как бы, да. Весь вечер мы копали под с нейтралом в системе. И, по сути, пришли на тизер всем флотом, накопали 2,5 лирда. Очень, короче, сегодня мы победили. Сегодня мы победили. А что случилось, Юра? Что так зачастил-то? Да ничего, я же возвращаюсь в русло. Я же хочу все-таки быть вообще фулл-тайм стримером. Ну вот сейчас где-то вот какие-то дела свои решаю, раскидываю и стараюсь, чтобы было все хотя бы по графику понедельник, среда, пятница. Я 15 лет мечтаю попробовать покопать 30 окон, и всегда что-то мне мешает. Всегда смотрю на майнеров в том плане, чтобы узнать что-то новое, чтобы попроще это было. Кавабака, я тоже всегда мечтал рорка, куча лопат. И мне всегда тоже очень много мешало. Я просто какое-то время начал. И ты можешь всю мою историю развития посмотреть на ютубчике. Прям с первых стримов. Это 53-й стрим уже. И, кстати, мне Twitch вот-вот скинул письмо. Через 2 недели, ровно год, как я стал стримить. Вот, поэтому вот примерно спустя год у меня есть рорка, 12 халков топовых. И какой-то уже никакой опыт в копке. Поэтому, Кавабака, если хочешь какие-то вопросики задать, можешь подключиться к Дискорду, канальчик. Туда задавай, я буду рад ответить на все твои вопросы, быть полезным. Ва-ей, кепка черная. Да, сегодня черная. Сегодня черная. Стример, вопрос один. Сколько в час? 1,6 миллиарда в час. При прямых руках за 6 часов омега. Ну тут, как ты видишь, омега чуть побыстрее получилось. Круто было бы выделить серию гайдов про майнерство в 3 серии. Новичок, средний, топ. Да, да, услышал, будет. Надо получить next level, тестить панику. Вот это, кстати, да. Паника еще ни разу мне не прожималась. Ну, я думаю... С течением времени все будет. Я думаю, и сольем мы рорку не одну еще. Ну хотя вот это бы хотелось ророчку сохранить. Это рорка подарок от зрителя.
от подписчика. И она своего рода тоже как реликвия. Алексия. Так, ребят, ладно, давайте закругляться, уже время позднее. Всем спасибо, кто подписался, всем спасибо, кто присоединился. Я вас всех очень люблю, уважаю. Давайте до среды, в среду будет еще раз стримчик. А теперь я всех обнял, приподнял до хруста. Пока-пока и до новых встреч.